Что по твоему показывают IQ? Как тебе тейк Савельева про заправки и IQ? IQ, он... Ну, смотри, там есть такая переменная, как... Ну, короче, он взял позицию с более-менее адекватной и сменил на позицию умственно отсталого современного долбоёба, короче. Норм. Ну, как почти все, что связано с позициями маргинала, они так менялись. Variable его называют. General Intelligence, короче. Может быть, он типа, знаете, это взрослеет, как говорится. Из юноши, который мог себе позволить высказывать довольно смелые предположения, он превращается в мужчину, который больше не высказывает вообще ничего интересного, смелого и вообще ничего из себя не представляет. То есть, да. Есть. То есть это самая переменная, да, с которой коррелируют результаты некоторых IQ-тестов. Это самая переменная, она в свою очередь коррелирует с такими вещами, как попадет человек в тюрьму в своей жизни, окончит ли он высшее образовательное учреждение. Потому что корреляция нихуя не значит. Ну, то есть, может быть, даже тест IQ коррелирует с тем, насколько у человека велика вероятность обосраться прямо на улицу. Ну, допустим, да, у человека там высокий IQ, он типа умный, и у него есть возможность, шанс просчитать свою дорогу куда-нибудь, чтобы на улице при этом не обосраться. Приветствую, Маркус. А чё вы в ВК? Переходите к нам в тусу. Ну, то есть, ну, соответственно, да, вроде бы корреляция, а вроде бы, как бы, ну, хуйня полная, постная. Корреляции, они так работают. Добро пожаловать в реальность. Они нихуя не значат, это воображаемые понятия, да. Учреждение, какой его такс бракет будет, да, то есть, ну, сколько налогов он платит, то есть, сколько он зарабатывает в год. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все можно предсказать, зная показатели IQ человека. То есть это можно с определенной долей вероятности. С поправки-то с определенной долей вероятности все становится на своих местах, как бы. Жалко, Маркус, жалко. Которая выше случайной, статистически. Можно предсказать из его IQ. Это уже так. Это уже так. То есть, да. Охуенно. Даже при том, что принято считать, что это типа ужасно, аморально, блять, и на это выделяется не очень много денег, все равно. Так с помощью генов надо предсказывать или с помощью IQ? Ну, то есть, как-то вот. Я пока не понял, с помощью чего. Гены-то они вроде бы есть, да, генетический детерминист, правильно? Они же вроде есть. А IQ как бы вроде бы нет. Ну, то есть, предсказываем мы с помощью IQ, интересно. Даже с теми исследованиями, которые сейчас, вопреки всему, проводятся, уже видно, что IQ разнится популяционно, передается по наследству, блядь. Как... Что такое сионизм? Это мой чат, приблизительно. Это краткое описание моего чата, как бы, сионизм. Опять-таки, в определенной доле, которая выше... Так получилось, что почти все евреи, которые сидят в русском ютубе, они почему-то собрались в чате не Каргина, а Александра Шадова. Ну, вот такая вот ситуация. Случайного показателя. Приветствуется надо. То есть она выше результата, который ты получаешь от подбрасывания монет. Это значит, что там есть то, что в науке принято считать причинно-следственной связью. Ура, круто. А также, кстати, между тестом IQ и шансом обосраться тоже есть то, что вот в науке называется причинно-следственной связью. Ну да ладно. То есть поэтому, ну нет. То есть IQ реальная вещь. Просто у Савельева... В смысле реальная вещь? Алло. Что такое, блять, реальная вещь? Реальная вещь — это вот мой телефон, например. Реальная вещь. Чашка вот на столе стоит. Вот. Теперь у меня в руках. Реальная вещь. А вот IQ нихуя не реальная вещь, чувак. Может быть мы за IQ принимаем что-то другое, например, в данном случае. И тесты IQ — это полная хуйня, и ничего по большей части не выражают. Для того, чтобы получить определенные результаты, слепой крот пишет, еще можно выявить корреляцию между ношением очков и интеллектом. Да, конечно, можно, но... Ну, то есть, опять же, да, да. Хотя сейчас, наверное, с данной корреляцией будут проблемы, потому что глупые люди, в том числе, сейчас портят свое зрение с помощью компьютеров.
То есть, формально говоря, в какое-то время мы могли предположить, действительно, очень это предположение, эта корреляция была существенной, например, что ношение очков действительно дает нам, в общем-то, ну, определенный шанс на то, что человек, который перед нами, он читает больше, чем тот, который не читает, да? И поэтому человек, который носит очки, испортил себе зрение, скорее всего, испортил его не только с помощью непосредственно каких-то естественных, в общем-то, параметров, но и с помощью чтения, соответственно. Не повезло, дядьке, не повезло, очень сильно не повезло. Вот. Но сейчас это уже не так, наверное, будет бросаться в глаза, эта корреляция, по большей части, наверное, уже была вот подвержена большому... Должна быть подвержена большому пересмотру. Генетик пишет, или на сварку смотрел, есть такое. IQ пишет, количество обсеров на единицу времени. Чем больше IQ, тем больше обсеров на единицу времени. Ну, тогда Ежи Сармат, конечно, да, великий. Приветствую, что да как, уважаемому, все нормально пока. Савельев утверждает, что интеллект — это когда человек может, блять, Полоне Сагинского написать. Ну, мне насрать, может ли человек писать гениальные симфонии и так далее. Я предпочитаю жить не в обществе людей, которые гениально играют на саксофоне, блядь. Сочинить и играть на саксофоне, блядь, разные вещи. Ну да ладно. Ну я понял, что маргинал нихуя в этом мире не понимает. Это просто какой-то долбоёб, который сидит в четырех стенах все время и ничего. Как бы... у которых есть врожденная способность там к музыке, к искусствам, которые охуенно креативные, мне насрать, блять, я в рот это ебал, это говно, это юзлес. Я предпочитаю жить в обществе людей, которые, блять, друг друга не убивают, не воруют, блять, и так далее. Это для меня, лично для меня, гораздо важнее. И вот эти вещи наука способна нам обеспечить уже сейчас. Уже, блять, сейчас. Даже с теми куцами исследованиями, которые у нас есть. Это уже сейчас, блять. Доказуемо, уже сейчас можно разрабатывать технологии, как это обустроить, как это обеспечить. Блять, короче, он постепенно превращается в трэш-смэша, заебись. То есть, круто, из человека, который занимается философией, чувак, короче, превращается постепенно в тупого сайентиста трэш-смэша, заебок. Круто. Если, блядь, на это еще в деньги начать выделять, да, блядь, да, серьезный, да. Вот как вот хуйня, которая выделяется, блядь, на стволовые клетки и прочий кал, блядь, нерабочий, блядь, там, на бананотехнологии и прочее поебень. То есть, если вот эти деньги выделить на исследования в области IQ, блядь, популяционной генетики и так далее, то есть, у нас будет, блядь, здоровая, не просто там Россия будущего, здоровый мир, блядь, будущего. А, у него еще это национализм, я же забыл, он, короче, да, Евгеника, там, убивать, короче, надо всех уродов, я понял, вспомнил, да. Но... понятное дело, что это неинтересно. Лучше, конечно, создавать самому себе проблемы и потом брать деньги за их решение, блядь, и нихуя не решать в итоге. Это, конечно, гораздо прибыльнее, я понимаю. Но уже есть рецепт, как все проблемы решить нахуй сразу. Он уже существует. Панацея, блядь, все проблемы решают сразу. Все, это, блядь, тест нахуй IQ. Тест IQ все, решает все проблемы. Раньше что-то почти все были уверены, что тест IQ это полная хуета, которая не стоит и выеденного вообще гроша, и до сих пор многие в этом уверены, да? А потом внезапно оказывается, что тест IQ это решение всех проблем, это великая-великая помощь в нашем деле по... положительной евгенике государства. Ведь надо же убивать людей. Видимо, мы не одобряем это мнение маргинала, да? Убивать, короче, людей, которые, в общем-то, имеют, видимо, низкий уровень IQ или что-то вроде того, чтобы способствовать повышению уровня IQ в обществе. Я не знаю, как это работает. Ну, не убивать, конечно. Евгеника должна быть положительная, да? То есть мы должны запретить людям с низким IQ, видимо, размножаться. Ну, а хуй ли? Это уже можно делать. Ведь умные люди, они же не убивают там, да, они не насилуют, умные люди, они ничего не делают, они как бы, они просто умные, хорошие, еще и этичные, вероятно, да, то есть, то, что мы сейчас можем предсказывать поведение по IQ, это вообще, в принципе, не значит, что поведение человечества в целом останется абсолютно таким же через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет. Опять же, переменные меняются, ну, то есть реальность, сама реальность меняется, соответственно, история меняется, много всего меняется.
И то, что можно считать надежной корреляцией сегодня, уже через несколько лет уже будет полной чепухой, например. Но какие-то умственно отсталые долбоебы, которые стоят на коленях и молятся на науку, для них это, конечно, знаете, это великое орудие, которое позволит им проводить очень интересные дела, очень важные, очень красивые дела по истреблению всего уродства человечества. Да. Ёбнем, короче, всех вас, ребят. Весь мой чат в пизду, нахуй, короче. Все-все вы умрете. Но, вот так, да. Вот проблема, вот она состоит именно в том, что есть способ решить, блядь, проблему преступности, по сути дела, навсегда. Просто это, блядь, невыгодно. То есть... По сути, блядь, дело навсегда, да, ведь... Ведь среди умных людей не бывает же шизов, да, агрессивных шизов, которые могут там на тебя напасть, избить. Ну, не бывает. Не бывает, блядь, еще интеллектуалы спортом, наверное, не занимаются, знаете, не умеют оружием пользоваться. Ну, не умеют просто. Че это? Преступность навсегда убрать с помощью теста IQ. Вот это да. Вот это да. Вот это я понимаю, классно. Как решить все проблемы? А мы-то думали, короче. Мы-то люди, дайте, на протяжении многих тысячелетий думали, а как решить все проблемы? И тут тест IQ. Пишет, генетический дрейф пишет, нет, речь идет не про умных в данном случае, или он сказал умных. Не помню, чтобы он сказал умных. А что измеряет тест IQ? Он, то есть интеллектуальных, то есть интеллект измеряет. Выгодно, чтобы проблема оставалась, чтобы ее продолжать. А тест IQ не измеряет агрессивность, прошу прощения. То есть, соответственно, тест IQ с агрессивностью может быть связан только косвенно, прошу прощения. Более того, агрессия не является обязательным атрибутом для преступления. Вот и все. Генетический тренд пишет, тут типа идет речь о том, что IQ коррелирует с показателем правосознательности, но я считаю, что наоборот. Ну, то есть, да даже не наоборот, а вот так вот, что самые, знаете, да даже нет. На самом деле, самые тупые люди и люди со средним интеллектом, у них хорошая правосознательность. Вот такие. Есть среди вот людей с низким интеллектом действительно большая группа, которая против правосознательности, да, это преступники. А есть люди более умные непосредственно, чем все остальные, для них правосознательность, ну, это полная хуйня, чепуха. Вот все. Ну, то есть, правосознательность, ну, то есть, играть с тупыми человеческими понятиями и вот этими закончиками, которые выдумывают смертные жалкие чмошники, это, по-вашему, очень интеллектуально и интересно. И кто-то из людей, у которых реально есть интеллектуальные способности, и которые готовы их на что-то пускать, будут их пускать на правосознательность? По-моему, большой звонок вообще, большой-большой звонок для... Показателя тупости человека, для показателя глупости человека, это его вовлеченность в политическую тематику. То есть, чем больше он вовлечен в политику, ну, тем, скорее всего, у него с интеллектом больше проблем. Ну, потому что политика, по сути, сфера малоинтересная, и правосознательность всяческая. Приветствую, Анастасия Макарова, рад видеть. И всяческая вот эта вот, ну... В общем, я негативно к этому отношусь. Я, наоборот, вижу, что колоссальное количество очень глупых людей, они, наоборот, правосознательные. А вот люди, которые как бы поумнее, обычно идут в другую сторону. Решать, блядь, вечно. Вечно, блядь, чтобы получать деньги на решение проблемы, нихуя ее не решать, чтобы потом получать еще больше денег. Так устроен и бизнес, да, и частный сектор, и общественный сектор. То есть и бизнес, и государство. Так устроено все. Просто, к сожалению, люди, блядь, идиоты. То есть гораздо выгоднее получать дохуя денег и нихера, блядь, не делать. Потому что тогда ты получишь больше денег, блядь. Мир устроен так. Потому что факт в том, что уже, блядь, повторюсь, есть способ, как все эти проблемы решить. Все. То есть вот эти исследования, они работают.
из этих исследований следует, что, блядь, можно разработать технологию устройства общества, которое тоже будет работать. Но просто на эти исследования невыгодно выделять деньги. Потому что если ты выделишь на эти исследования достаточно денег, там, кстати, даже много особо не надо. То есть на там глобальное потепление и стволовые клетки гораздо больше уходят. НАСА, там вот это. Он гад, ребят. Все говно. Если просто выделить достаточно денег, то будет решено слишком много проблем. Проблемы решать невыгодно. То есть проблемы не... Ёбаный капитализм. Выгодно, вот. Решать, в смысле... Друзья, не забываем заказывать видео, это бесплатное, как бы, мы смотрим. Я бы не хотел досматривать его до конца. Я думаю, мы услышали все, что нужно за первые 5 минут. Так, чтобы эти проблемы исчезали потом. Выгодно продолжать решать проблемы. Выгодно быть в процессе решения проблемы. Но решать их невыгодно. Нет, я не имею в виду окончательное решение вопросов, блядь. Я имею в виду решение проблем. Не решение вопросов. Я не про решение. Я против решения вопросов, блядь. Если вы понимаете, о чем речь, я вот против решения вопросов вот этой всей хуйни, да? Я про решение проблем. То есть никаких, блядь, там, окончательных решений, никакой вот этой хуйни не нужно. Знаю, что еще передается по наследству. Деньги, блядь, и воспитание. Есть такое, но у нас есть близнецовые исследования, которые опровергают тейк про деньги и воспитание. Так уж и опровергают. Блять. Опять же, приводить в качестве аргумента научные исследования, на мой взгляд, довольно тоже низкопробный уровень аргументации по ряду вопросов, потому что... научные исследования всегда, почти всегда оказываются неполными, требующими доработки и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, и порой бывает, что результаты научных исследований противоречат друг другу, и надо очень сильно выяснять на самом деле, насколько глубоко та или иная тема проработала. Тыкать в какие-то научные исследования рандомно, это, по-моему, самый хуёвый способ аргументации, который вообще когда-либо был изобретен человечеством. Важно порой даже понимать, кто проводит эти исследования, не долбоёб ли какой он их проводит, там, и не какая-нибудь группа очень, ну, не знаю, больших приверженцев той или иной темы проводит ее. Тут все настолько неоднозначно, что действительно ссылаться на небольшую группу научных исследований – это, ну, жесть. Вот. Тем более, да, тем более он их не показывает. Да-да, и даже если бы показал. Даже если бы показал. Ну чё? Ну и чё, короче? Мы там узнаем, что были получены результаты. Было там рассмотрено несколько групп людей. Там несколько групп, вряд ли там превышающих даже 1000 человек. На планете у нас живет больше нескольких миллиардов. Там сколько? 7-9? Я уже не помню. Очень много миллиардов человек у нас, короче, живет на планете. Проверили из них 1000. Нашли какую-то корреляцию. Охуели. Ученых там у некоторых хуй встал, но при этом как бы... вполне возможно, что дополнительные исследования по этой теме не проводились. А если и проводились, ну, надо опять же смотреть, изучать, думать о том, в каких обществах проводились данные исследования, потому что от общества к обществу результаты тоже могут меняться, соответственно, надо проводить исследования тогда и в Америке, и в России, и в Китае, и в Индии. По всему миру нужно проводить исследования, потому что в разных странах очень разный менталитет. А если и здесь все совпало, да если здесь все совпадает, надо бы еще попробовать подумать о проблеме индукции, которую озвучил Юм, соответственно, индукция никогда не бывает полной. И в таком случае, даже если мы исследовали всех людей на нашей планете, надо думать, а реально ли этот результат окончательный, потому что есть еще и как бы люди, которые родятся потом, ну или могли бы родиться, ну, вместо нас, то есть могли бы быть какие-то альтернативные люди с альтернативными культурами, взглядами и так далее, так далее, так далее. И поэтому решение любой научной проблемы, возможно, наверное, только во время, если мы очень хорошо подойдем к решению той или иной проблемы, это решение возможно, во-первых, более-менее уверенно мы можем говорить только вот в некотором временном периоде. Ну, например, мы предсказали,
что? Мы предсказали, что вот в данном обществе есть такие-то корреляции, и поскольку эти корреляции являются существенными, соответственно, вот из этого следует то-то, то-то и то-то, да? А в другом обществе эти же самые корреляции могут нихуя не значить, соответственно. Упс! Упс! Кто б мог подумать, кто б мог подумать? Да никто не мог подумать, наверное, да? Ну, опять же, довольно странно от маргинала всю эту хуйню слышать, потому что, ну, блядь, про Юма-то он, ну, точно знает. Ну да похуй. Причем там охуительная выборка, как оказалось. То есть я долго ржал над близнецовыми исследованиями. Оказалось, там пиздецовая выборка. Какая? Сколько человек? Расскажи. Блядь, абсолютно. Ну, расскажи, сколько? То есть там, с моей точки зрения, конклюзивно все доказывается. Ну, несмотря на размеры выборки, опять же, ни одна научная выборка не сравнится с бесконечностью, и поэтому, когда мы говорим о том, что найдена проблема для решения всех проблем на века, навсегда, ну, очевидно, какая-то хуйня. То есть здесь даже, скорее всего, с маргиналом не согласились бы сами люди, которые проводили это исследование, потому что заявление, ну, очень, блядь, смелое. То есть, в любом случае, да он уже несколько исследований привел тут и с близнецами, и уже с IQ, и так далее, так далее, так далее. То есть, понятно, конечно, что в науке всегда можно где-нибудь подкопаться, да, и найти, то есть там всегда есть место для того, чтобы совершенствоваться. Но с моей точки зрения, близнецовые исследования в социологии — это примерно как исследование вот этих вот хуев, которые доказали, что эфира светопроводящего не существует. То есть в какой-то момент... Так они хуёво доказали. Так они не доказали, что эфир... А, светопроводящего? Так они не доказали нихуя. Алло. Они просто приняли альтернативные теории и начали их разрабатывать. На эфир забили. Потому что эфир продолжал требовать все больше и больше данных, и эфир оказался, ну, неопровержимой теорией. Его, блядь, не опровергли, потому что он, блядь, неопровержим, соответственно. И решили работать с теориями, которые являются принципиально опровержимыми, то есть по принципу фальсифицируемости. Ой-ой-ой, блядь, опровергли эфир. Охуеть, поехали дальше. Парадигма должна смениться. Просто сейчас старая парадигма в социологии, в антропологии, во всей этой хуйне, в исследованиях человеческого животного, она удерживается искусственно. Потому что, ну, по факту, блядь, исследования есть. Выводы из исследований есть. Все должно поменяться уже. Но этого не происходит. Потому что всем похуй. Пишет: среда никак не рель. Да среды-то нет на самом деле. В этом проблема. Среда — это искусство. Искусственная хуйня. Это как кинотеатры и Netflix, да, есть такое. Да, Netflix. То есть, в принципе, если бы конкуренция была честная, в честной конкуренции, в сферической, в сферическом капитализме, в вакууме, Netflix бы уже выебал кинотеатры в задницу, блядь. И Netflix, и Amazon, все вместе, блядь. Они бы просто трахнули индустрию кинотеатров по всему миру, блядь. Не было бы уже ни одного кинотеатра. Но просто проблема в том, что у кинотеатров есть накопленный капитал, который они могут продолжать использовать для того, чтобы оставаться в бизнесе, в принципе. У них есть готовая инфраструктура, готовый накопленный капитал и готовые устоявшиеся институты, которые позволяют им продолжать существовать какое-то время, ну, то есть имея недостаточные прибыли. Не, ну, в принципе, я с Александром Седых согласен, потому что, ну, кинотеатры от Netflix отличаются тем, что Netflix, он смотрится на моем мониторе, а в кинотеатр я иду, чтобы посмотреть на гигантскую стену, которая проецирует непосредственно
в целом на себя огромное-огромное изображение, еще и звук охуенный там просто. Ну, то есть разница, во-первых, да, аналогия не аргумент, конечно, это раз. А во-вторых, хуевая аналогия, которая была достана из жопы как бы старого гомосексуалиста Куколда, это тоже как бы, ну, это вообще не аргумент. То есть даже если бы аналогия была аргументом, такая аналогия не работает. А, люди до сих пор ходят в кино, потому что это интересно. Ну, потому что там ну, нечто другое, это совершенно другой опыт. Я лично тоже не хожу, мне не нравится сама идея кино. Лично мне никогда не нравилась идея кино. Мне не нравится, что там куча людей. Мне нравится, что люди шумят. Но это уже совершенно другое. Бля, какой Netflix, какие кинотеатры, Ротрекер. Что по поводу Counter-Take, что можно натаскаться на тестах IQ и сдать лучше? Ну, можно. Можно натаскаться. А можно не натаскаться? Мы же проверяем не по одному человеку, который возьмет и натаскается. Мы проверяем там с выборкой большой. Они все не натаскаются. Почему же не натаскаются? По-моему, со временем наоборот. Чем больше мы проводим непосредственно исследование IQ, тем больше нам попадаются людей, которые, в принципе, ну, уже знают, что их ждет. Одно дело, когда человек вообще впервые видит тест IQ, другое дело, когда человек знает, что такое тест IQ, он решал его 2-3 раза, и даже если он решал плохие там IQ-тесты в интернете, которые нихуя не показывают, а потом пришел и настоящий решил, скорее всего, он результаты на этом повысит. Многие люди, с учетом вот, знаете, уважительного отношения к тестам IQ, которое продолжалось на протяжении многих веков, соответственно, тоже, да, могли поднатаскаться, особенно люди, которые не являются преступниками, которым типа, ой, блядь, я интеллектуал охуенный, я такой умный, я такой крутой. А Павел пишет, корреляция никуда не денется все равно. Так корреляции нет нихуя. Корреляция — это иллюзия, блядь. Люди, вы со своими выдуманными циферками смотрите выдуманные взаимоотношения между выдуманными числами. И все, как бы, ну то есть, корреляция — это пшк. Это просто пшик, как бы. Никаких корреляций нахуй нет. Это выдумки. Интересно послушать, как коэффициент приспособленности передается по наследству и где этот ген IQ. Маргинал сам так говорил когда-то. А хуй его знает. Ну, то есть, ну, блин, знаете, когда идут всякие евгенические фантазии на тему сейчас тест IQ сделаем и начнем, короче, убивать глупых там, избавляться от них, не знаю, пиписьки им там отрезать будем, все дела, как знатно начинается, хорошо. Ох, вот это вот время-то настанет, да? Спасем всех от преступлений, лекарство от всех болезней найдено. О, да. Это, во-первых. Во-вторых, натаскаться могут все. Знаешь, в чем дело? Да. То есть мы это просто вводим как погрешность. И вот. То есть и тут они могли натаскаться. Но почему-то здесь, блин, натаскались, а здесь нет. Так них генов не существует, цунады, и среды тоже. Все хуйня, выдуманная для описания. Ну и... Есть люди, которые, ну, к тому же и не могут натаскаться, блядь. Гены, блядь, проявляют себя в среде, и только в ней пишется надо. Так среды никакой нет конкретно. Среда — это абстрактный термин, абстрактное общее понятие. Ну и к тому же, вне зависимости от того, натаскиваются эти люди или не натаскиваются, корреляция с General IQ... Оно никуда не девается. То есть G-фактор это называют. Корреляция с G-фактором, она никуда не девается. То есть, ну это просто статистика, которая есть. Пишут, гены вроде можно посмотреть через мощный микроскоп. Да все что угодно можно посмотреть через мощный микроскоп, только мы не доверяем, во-первых, микроскопам, это раз, во-первых, что им верить-то, может они искажают информацию, во-вторых, я в принципе отрицаю возможность того, что ученые могут адекватно трактовать то, что происходит на микроуровне, включая клетки уже,
даже не включая органеллы, непосредственно с органеллами все еще сложнее. А еще сложнее с содержанием этих самых органелл, соответственно. Понимаете, если мы попробуем подойти к проблеме таким образом, вот смотрите, что для человека является наиболее доступным и понятным? Это наш человеческий мир. Вот-вот я, Александр Шадов, вы все вместе, да? И как мы работаем с этим окружающим миром и как мы этот мир описываем? Хуёво, по-разному, очень противоречивыми концепциями. Неоднозначно у нас не получается с этим работать и так далее, так далее, так далее. С чего мы взяли, что какая-то фанатичная группа догматиков, которые называют себя биологами, неожиданно, понимаете, может погрузиться в микромир и адекватно его описывать? У меня для этого никаких оснований нет. Я вижу, как мы, люди, с помощью языка, который, в принципе, предназначен для исследования того, что вокруг нас, в принципе, работает. Вот, для описания того, что вокруг нас работает, потому что то, что вокруг нас работает, очень связано с языком, правильно ведь? Все равно мы не умудряемся прийти к каким-то точным, понятным концепциям. С чего же мы можем прийти к тем же самым понятным, точным, бесспорным и объективным концепциям просто в микромире? Знаете, почему мы считаем, что ученые, биологи в данном случае правы? Потому что у них конкуренции нет. То есть нет конкурентных каких-то теорий, которые так или иначе бы ебали вот этих всех, все биологические вот эти вот предрассудки насчет генов, хуенов и так далее. Потому что большинство людей, которые могли бы этим заниматься, не занимаются данной проблемой. То есть они не смотрят с микроскопа, они не строят свои теории. У нас есть только вот одна своеобразная группировка фанатиков, которая занимается данной проблемой. И поэтому разноголосия здесь у нас и нет. Да. Ну вот, Цунада, в принципе, права. Шадов отрицает конвенции, в том числе гены. Ваши доводы бессмысленны, нахуя вы доказываете что-то? Такс, да, действительно, не понимаю. Такс. Раз среды нет, то Шадов одинаково... Сейчас, еще раз. То если среди... Если раз среды нет, Шадов одинаково будет себя чувствовать в Питере, в трущобах Рио-де-Жанейро. Если нет, то почему? А тут без разницы, как я себя буду чувствовать, в принципе. Среды как таковой просто нет. Среда — это наше описательное понятие. Все. Нет, Павел, здесь никакой конспирологии нет. Это просто история философии и мысли вообще в целом. Ну, как ни странно. Как ни странно, это просто такая вот история. Однажды христиане ёбнули вообще всех философов, которые могли заниматься естественными проблемами. А потом создали ученых. Все. Это никакой конспирологии. Вот это история философии кратко. Все, потом в христианском обществе появились ученые ёбнутые, и они начали работать в рамках одних своеобразных концептов, в рамках естественной установки. Все. Поехали дальше. Данные, то есть мы можем сколько угодно гуманитарных объяснений придумывать. Эти натаскались просто, а эти не натаскались, блять, на самом деле они гении, и так далее. Корреляция. Не, ну на самом деле, когда человек говорит слово там гуманитарное объяснение, в этот момент ему поебалу бить можно. Ну то есть он вашу позицию полностью обесценивает и не собирается с ней иметь дело. Соответственно, разговаривать с ним не о чем, только поебалу бить. С G-фактором не девается. То есть даже если вот эта популяция просто натаскалась на IQ, ну окей, заебись, но они все равно реже попадают в тюрьму, у них все равно пизжи зарплаты, блядь, выше. Кто сказал, что они реже попадают в тюрьму и что у них пизжи зарплаты? То есть это во всех возможных мирах так? Вопрос сразу. И как мы исследовали все возможные миры? И вообще исследовали мы все уже существующие регионы, например? По-моему, нет. Чтобы все это утверждать, ну да просто ладно. Просто есть высшее образование, а у другой нет. То есть, может быть, там корреляция, получается, она не... Ну, то есть, корреляция в любом случае, но, может быть, там причинно-следственная связь по-другому протекает, да? Что дело не в том, что люди, у которых высокий G-фактор, хорошо сдают IQ-тесты сами по себе, а просто люди, у которых высокий G-фактор, имеют большую вероятность, блядь, репетировать IQ-тесты. Окей. На данном этапе это не имеет никакого значения. Просто корреляция, она не девается от этого. Просто из-за того, что ты выдумал гуманитарное объяснение, почему те или иные люди хорошо сдают IQ-тесты, не отменяет того... По большей части IQ-тестов у меня охуенные показатели.
Вот. Вот. При этом я расхуяриваю кулаками шкафы, например. У меня на самом деле довольно большая вероятность попасть в тюрьму. Ну, то есть, если действительно что-то случится, я могу себя не контролировать вообще в принципе. Я могу потерять контроль над своими действиями вообще без проблем. Притом я сдаю IQ-тесты по большей части не просто чуть-чуть выше среднего, я сдаю их в принципе под финал. То есть под завязку их, короче, отбиваю обычно. То есть под самый финиш там где-то, я вот где-то вот под конец обычно хорошо пишет. Ты частный случай, ну и чё? Ну, наличие частных случаев в данной ситуации показывает, что корреляции ничего не значит. Это как бы вот пшик тоже, это фантастика. Генетический дрис пишет, да, Шадов генерирует вокруг себя криминогенную обстановку, мое почтение. Не, ну просто тут уже, знаете, такое. С одной стороны, вроде бы у нас есть частный физический опыт реального человека и нескольких реальных людей, которых можно назвать, которые при всем своем там уме и своим способностям реально являются... Так, Павел, это наоборот, это так и работает. Это наука нихуя не работает. Наука состоит, блядь, из фантазий. Вы напридумывали себе там всяких там, не знаю, статистические исследования, корреляции. Этих штук на самом деле не существует просто. Это просто математические пропорции, которые, блядь, витают в воздухе. И нихуя по большей части не значат. Корреляции с корреляциями, через корреляции выходят, коррелируют, 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 да не выкоррелируют и так далее, так далее, так далее. Это глупость же. Ну, то есть, это, соответственно, глупость. Но это не имеет никакого отношения к реальности. Математических пропорций в реальности нет, соответственно. В реальности нет почти ничего, что исследует в таком случае наука с помощью этой самой статистики, с помощью корреляции. Это просто пшик. Это просто пшик. И решать с помощью этой хуйни проблемы, ну, на мой взгляд, очень-очень и очень странно. Потому что, ну, как минимум, если корреляция не абсолютна, она может быть еще и переменна. Спрашивают, реальность есть? Ну, не исключено. Но, с другой стороны, именно вот этот научный метод, который так или иначе апеллирует... пишет Шадов, корреляция — это просто чуть более усложненное наблюдение. Нет, корреляция — это тотальная абстракция, Дмитрий. Несмотря на то, что она включает в себя ряд наблюдений, она их абстрагирует настолько, что настоящий результат на самом деле размывается. То есть человек на самом деле не может описывать каждый частный случай. В реальности, из тысячи исследованных событий, это на самом деле это не одна какая-то, блядь, не знаю, совокупность цифр, которая все описывает. Нет. Вся тысяча событий, которая произошла, это есть каждое отдельное событие, вот просто вот взятое вот так вот, раз, два, три. Каждый отдельный человек это событие, как в этом событии участвует, так или иначе. Вот. А что делает корреляция? Размывает разницу между всеми событиями, а еще более того, размывает разницу между частными случаями. Вот вы мне говорите. Дмитрий пишет, у корреляции есть как плюсы, так и минусы. Ты говоришь о минусах, но забываешь о плюсах. А зачем мне говорить о плюсах, если куча тупых долбоебов типа Uber Marginala и вообще огромное количество сайентистов просто, блядь, снимают штаны и дрочат на эту ебаную корреляцию? Почему все, блядь, должны смотреть на плюсы? Что за хуйня? Что, блядь, за фанатизм ебучий, опять же? Блядь, у нас в христианстве, да, есть минусы. Но, блядь, почему ты не говоришь про плюсы? Почему ты, блядь, про плюсы-то не говоришь? Охуенная религия, блядь. А еще лучше, в исламе, блядь, тоже, вот-вот-вот, в исламе. Да, ты говоришь про минусы, действительно, джихад, убиваем там кого-то. Но, блядь, есть же и плюсы, ну, блядь, подумаешь, мы головы там людям отхуяриваем, бывает там по выходным, да? Да хуйня, частные случаи, как бы. Если брать, как бы, по статистике, все заебись. Потому что так мы можем что-то создавать, например, лекарство. Охуеть, создавайте лекарство прямо сегодня. По факту, что... Маргинал, кстати, да, предлагает создать лекарство, я полагаю. Это лекарство называется цианид, короче, цианид. Людям с низким IQ нужно принимать цианид, и тогда преступление станет меньше, соответственно. Ну, лекарство от всех болезней. Лекарство от всех болезней уже изобретено, друзья. Как только все люди с низким IQ примут цианид, вот в этот самый момент мы получим прекрасное общество будущего. Да. Давайте возрадуемся.
то они хорошо сдают IQ-тесты, и это коррелирует с тем, попадают они в тюрьму или нет, имеют ли они высшее образование и какая у них работа. Там еще, кстати, дохуя есть параметров, с которыми это коррелирует. Охуенно, работа, высшее образование, заебись, тоже показатели, и тоже нихуя не иллюзии, как бы, такие своеобразные, да? Очень важно, очень важная хуйня, знаете, всякие вот эти вот степени там, блядь, всякие, знаете, вот эти вот бакалавры, магистры, кандидаты наук, очень-очень важные вещи, конечно. Это нисколько не выдуманная игровая хуйня в рамках там человеческого общества тоже, как и большинство работ, кстати, причем большинство работ еще и бесполезные, да, как ни странно. То есть, чисто выдуманная такая вот среда. Охуенно. Смотрите. Смотрите. В нашей выдуманной, воображаемой среде человек с большим IQ проявляет себя лучше. Как же хорошо. Как он замечателен. Это просто те три, которые я запомнил. Нахуя выделять деньги на исследования, если уже сейчас есть надежный способ? Так, чувак, ты в курсе, как наука вообще работает? Ну, Дмитрий, я тебя забаню просто, и будешь въебываться без проблем. Нужно выборки еще больше сделать. Еще больше, да. Чтобы допускать меньше ошибок. Да, да, да. Ну, как бы, наука, она бесконечная, понимаешь? У нее нету финала, типа, хуяк, мы все доказали, гудбай. То есть здесь надо продолжать ебошить. А ну-ка, как окажется, что все неправда. То есть я не вижу, как это может получиться так. Ну, блядь, ну проверять-то надо дальше. Ну, я рассказал, как это может получиться в начале видео. Ну, да ладно. Индуктивно выглядит, как будто, ну, дальше эксперименты будут просто подтверждать данные близнецовых экспериментов, данные современной психометрии и так далее. Но хуй знает. Может, все будет опровергнуто. На мой взгляд, все будет только подкреплено. Да? Но мало ли. Ну, блядь, наука как бы. Наука, она именно про то, что, блядь, все теории, которые были раньше, да, оказались, да, ложными. Из этого я как бы индуктивно делаю вывод, что как, все теории, которых мы придерживаемся сейчас, они тоже ложные. Просто мы захуярим кучу народа, чтобы было евгенически прекрасное общество, да. А, знакомый мотив. Ну, мы еще этого не обнаружили. То есть надо продолжать ебошить, конечно. Да не, я уже обнаружил, и в принципе за то время, что мы смотрим, уже даже доказал, по какому принципу наука является ложной, и все ваши знания нихуя не стоят. Конечно, для этого нужно... Ну тут, понимаете, хуярить людей можно не в прямом смысле. Можно делать так, чтобы они не размножались там или еще что-то, изолировать их и так далее, и так далее, и так далее. Выискивать наиболее потенциальных представителей, в общем-то, человечества, которые так или иначе больше предрасположены к преступлениям, больше следить за ними, там, это еще больше будет способствовать тому, что они будут там, наверное, совершать преступления. Это по большей части означает хуярить, короче, знаете, хуярим их, можно не убивать, можно, зачем убивать, вы знаете, на самом деле, самая большая проблема инквизиции, которая существовала, она заключалась в том, что, ну, реально убивали людей. И поэтому инквизиторы, на них легла такая большая темная тень. Почему инквизиторы плохие? Потому что они убивали людей. А почему ученые хорошие? Они точно так же хуярят, короче, людей, не дают им возможности, в общем-то, высказывать свои мысли, затыкают всех вообще, кого попало, не дают критиковать ни науку, ни себя. То есть наука является абсолютно некритикуемым башком, авторитетом без каких-либо, в общем-то, возможностей так или иначе вот с ней беседовать. И почему? Потому что ученые, блядь, обладают возможностью как бы выгонять вас из университетов. Ученые обладают возможностью делать так, что вы не сможете устроиться на работу. Ученые имеют возможность, короче, не знаю, назвать вас шарлатаном, абсолютным глупцом, просто потому что ваши идеи им не нравятся. Такое произошло с Фейрабеном, Лаканом, ну то есть... Многие считают их шарлатанами, потому что Докинс указал пальчиком. Это тоже инквизиция. Сейчас в рамках научных университетов и Академии наук существуют организации. Павел пишет, в науке постоянно спорят. Так, блядь, в любой религии постоянно спорят. Вы, блядь, тупые, что ли, нахуй? Ребят, я не понимаю, вы ёбнутые? Везде, блядь, постоянно спорят. Это не отменяет догматизм, тотальный, блядь, догматизм, который основан на...
определенных, блядь, догматических принципах. Вот. Продолжаем. Что-то нам заказали там, видел, слышал. Что? Охереть, смотрю этот же ролик маргинала про IQ до 10 минут. Посмотрел и переключил на тебя, а ты его же смотришь и на том же тайминге почти. Правда, я на 1.75 смотрел. Ну, давайте продолжим тогда смотреть. Спасибо, Сидо, и большое спасибо. Нужно больше денег. То есть... Науке нужно больше денег, короче. Да, то есть концепция того, как IQ коррелирует с генами, они должны быть рефинированы. Пока мы не сможем просто в популяции точечно выявлять хуесосов, блядь, мудаков. И изолировать их, да? Ну, надо продолжать хуярить, надо продолжать делать исследования. Для этого нужно много денег. Ну, охуенно, еще инквизиция, ведь планируется инквизиция, короче. На базе выдуманных понятий будет инквизиция. Есть же тема про IQ, если низкий, скорее всего, тестируемый дохуя креативный человек. А как это померить? Как креативность померить? Если померить нельзя, то нет такого параметра. Наоборот. Если нельзя померить, то такой параметр есть. А я, кстати, наоборот считаю, все, что, блядь, можно померить, этого всего не существует, поскольку, ну, сами единицы измерения полная хуйня. Пишет, ну ты сам додумал про инквизицию? Нет, не додумал. Ну, в смысле, я сам подвергаюсь этой инквизиции, например. Все философы подвергаются этой инквизиции. Все люди, у которых есть альтернативные взгляды и методы, альтернативные науки, подвергаются, блядь, инквизиции. Не потому, что они тупые, не потому, что они ничего не могут. Просто, блядь, им не дают непосредственно платформу, площадку. Им довольно трудно развиваться. Есть некоторые исключения, и все. Шадов, а откуда ты вообще знаешь, что была инквизиция? Ну, точно, блядь, не из естественных наук, которые пользуются вполне определенными, блядь, методами. Ну, вы, Дмитрий, сейчас попытаетесь перемешать науки все вместе в одну кучу большую говна, соответственно. Но что с вас взять, софистов-то, короче? Поехали дальше. Повторюсь, просто с точки зрения, скажем так, демографических технологий, мне насрать на то, живу я в обществе креативных людей или нет. Мне важно, чтобы преступности меньше было. А это IQ-тест может уже очень хорошо. Если дать денег и продолжать эти исследования, сможет еще лучше. Насколько мем про Барнаул-Алтайский край сейчас актуален? Правы ли те люди, которые считают, что жителям СНГ не нужно заморачиваться проблемами Запада, а решать свои локальные проблемы? Не, ну на самом деле цель инквизиции, она не в том, чтобы просто, блядь, убить человека на самом-то деле. Вообще любой инквизиции, даже современной. У меня есть статья, посвященная вообще современной инквизиции, если что, и целая книга, на самом деле, посвященная этой проблеме, существует у меня тоже. Но вы, конечно, нихуя слушать не будете, выдумал сейчас, блядь. Я уже давно работаю над данной темой. Но проблема заключается как раз именно в том, что инквизиция убивает человека не как человека, а как члена общества, по сути, как члена определенного сообщества, социума. Не дает ему, в общем-то, в принципе, говорить, так или иначе, взаимодействовать с другими людьми и так далее, так далее, так далее. То есть это... Инквизиция, по большей части, нагнетает ситуацию вокруг вас и делает вас просто, ну, недееспособным. И этих всяких образцов для инквизиции, ну, я выделяю довольно большое, в общем-то, количество. Инквизиция может носить эмоционально-этический характер, когда благодаря тем или иным этическим позициям, презуппозициям, и на вас давят, или с помощью эмоций на вас давят. Интеллектуальная инквизиция может быть творческая, финансовая. Когда представители тех или иных мировоззрений, например, имеют, ну, довольно-таки урезанный финансовый потенциал. То есть они не могут реализовать себя в своем мировоззрении таким образом, чтобы при этом быть так или иначе сильными, например. Ну, то есть, чтобы они не могут много денег получить, соответственно. Никаким практически образом, если они занимаются своим делом и озвучивают свои взгляды, например. Вот только исключение.
И так далее, так далее, так далее. Психологическая инквизиция или уголовная инквизиция, например, бывает еще. Наука не дошла до уровня уголовной инквизиции, но эмоционально-этическую оказывает, интеллектуальную оказывает, творческую оказывает. Вообще все виды инквизиции, кроме психологической, уголовной и убийственной, собственно, оказываются. Вот все. Соответственно, вот и все. Павел пишет, это дискриминация, вроде называют они инквизицией. Я называю это инквизицией, ну, потому что наука — это религия. Как бы, ребят, все. Наука — это чистой воды религия, и это я тоже много раз доказывал. Поехали дальше. Не, я считаю, что мир глобализован, проблемы сейчас общие. Ты же раньше хейтил IQ, что изменилось? Ну, маргинал потупел. Стал, блядь, научным подсосом, все. Понимаешь, в чем дело? Я хейтил его с философских позиций. Да, то есть, что IQ — это не интеллект. Ну, вот если вдуматься, то получается у меня претензия к названию просто. Основанная на каком-то мания-определении, как выдуманном у меня в голове. Это не очень интересная претензия. По сравнению с тем, что может предложить IQ. Хуй в рот может оно еще предложить убермаргиналу, да. Ну, а что взять с людоеда, бро, в общем-то, друзья? Что брать с людоеда, да? Он же людоед, напоминаю. Близнецы не равны клонам. Ну, чувак, у однояйцевых близнецов как бы гены одинаковые. Я не знаю, ты в курсе или нет. Там речь про однояйцевых близнецов. Как думаешь, что было бы лучше? Криспом всем когнитивные способности улучшать, создавая очень похожих людей, или использовать то, чем занимается нейролинк? Не знаю про нейролинк, но если позволить искусственному интеллекту менять людям когнитивные способности, искусственный интеллект начнет фармить людей, которые будут... Не, ну я-то просто людей ем, а он как бы хочет... То есть, смотрите, для того, чтобы Александру как бы есть, ему нужно немножко людей, да? А маргинал пытается, в общем, геноцид так или иначе обосновать. Ну, по крайней мере, знаете, такой вот позитивный геноцид, в том плане, что он не будет лично убивать людей, но многие люди не родятся, соответственно. Вот, или те люди, которые могли бы, в общем-то, навредить, условно говоря, маргиналу, их, может быть, изолируют заранее, там, соответственно. Вот это будет позитивно, это будет весело, это будет хорошо. Видите, маргинал хочет жить в хорошем обществе, в чистом, замечательном. Вот. Не умнее относительно других людей, а более выгодно для искусственного интеллекта. Чтобы поддерживать этот искусственный интеллект и создавать новые искусственные интеллекты. И таким образом роль главного репликатора и главной формы жизни, она сместится с ДНК, да, то есть с формы жизни, основанной на ДНК, на форму... Научная фантастика пошла. Я не люблю выдуманные определения. Я не хочу, блять, короче, это... Не хочу, короче, основываться на какой-то хуйне. О, блять. О, потом искусственный интеллект заменит жизнь, сделанную на ДНК. Вот это будет время. Вот захуенно, блять. Сука, ебать, какой же он шиз в пизду. Форму жизни, основанную на искусственном интеллекте. А ДНК уже будет нечто вспомогательным, так же как РНК сейчас вспомогательное относительно ДНК. Хотя изначально РНК было основным, что есть. Потом все перевернулось, ДНК стало основным, а РНК стало, ну, типа, шахой. Ну и когда мы создадим искусственный интеллект и позволим... Когда мы создадим искусственный интеллект? О, заебок. Ему менять нашу ДНК, то типа все. Потому что эволюция посредством естественного отбора среди форм жизни, основанных на ДНК, она закончится в действительности. Но эволюция посредством естественного отбора среди искусственных интеллектов, по сути дела, начнется. То есть это будет новый тип естественного отбора, новый тип эволюции. Это будет
новый тип истории, новый тип естественной истории. Блять, Никлант, перелогинься нахуй. Что за хуйня пошла? Новый тип природы, новая форма жизни. Так же как... Акселерационизм, короче. За все щеки, короче, завернут только что было. Охуеть. Ой, вот если бы Дугин это увидел, я думаю, он бы охуел и больше никогда бы не пришел к маргиналу. Но опять же, потому что мыслящие люди такую хуйню нести не будут. Формы жизни, основанные на ДНК, являются новой формой жизни относительно формы жизни, основанных на РНК. А такие были изначально. Главное, не попадайте в ловушку меметики, блядь. Главное, не надо думать, что мемы будут, блядь, новым репликатором. Что мемы — это фундамент новой формы жизни. Это шауе говно. Фундаментом новой формы жизни будет, блядь, искусственный интеллект. Причем это не значит, что это будет искусственный интеллект, как воспроизведенный разум человека. Нет. Это будет просто машина, вычислительная машина, которая будет достаточно сложная для того, чтобы просчитывать, значит, какой генотип ей нужно будет произвести для того, чтобы фенотип, соответствующий этому генотипу, помогал этой самой машине воспроизводиться, был средством для воспроизведения этой самой машины. А нахуя машине генотип-то, блядь, долбоёб? Если форма жизни не будет основана на ДНК, блядь, какой нахуй генотип, сука? Чё за хуйня? Что за пиздец, блядь? Короче, через 10 лет, там, не знаю, компьютеры выполняем, ИИ, блядь, короче, будут выполнять обслуживающие функции, и все. А нахуя они нужны, если они не будут выполнять обслуживающие функции, блядь? Что нахуй? Что за фантастика, короче, пошла? Все, блядь, выйдет из-под контроля и заменит, короче, непосредственно, да, жизнь, основанную на ДНК, вот это да. Ведь обязательно надо не просто как бы... Не просто же оно должно появиться, да, этот искусственный интеллект, он еще и убить всех должен каким-то образом. И будет... А что он будет делать-то? Как он всех разъебет, короче? Как он уничтожит все бактерии, археи? Как он уничтожит вообще все, что существует? Как он всю жизнь-то уничтожит? Алло. А мне просто непонятно. Мне просто здесь уже непонятно. Как он животных уничтожит, людей тоже как он уничтожит. Люди его создали, люди поставят, скорее всего, какие-то ограничители на него, ну, чтобы уж наверняка. И, скорее всего, реально любой искусственный интеллект будет выполнять обслуживающие функции, если уж так представить себе, как это реально будет устроено. Я просто не понимаю. Сид ОИ пишет, ну ты, вероятно, не знаешь про генетические алгоритмы и генетический отбор комплексов нейросетей, но это аналогия, это нереальные генетические, ну то есть это нереальная генетика, соответственно, это просто, блядь, аналогия с генетикой. То есть в компьютеры же, блядь, не засовывают гены, не просто ДНК, короче, не засовывают же, и тогда, и смотрите, Сид ОИ. Если все-таки их туда засовывают непосредственно, ну тогда это жизнь, основанная на ДНК, а не на... чем-то другом. Ну да ладно. Пиздец. И очень долгое время машины будут воспроизводиться посредством людей. То есть люди будут вспомогательным элементом после этого. Основной формой жизни будет искусственный интеллект. А люди основная форма жизни? Просто мне интересно, я никогда не считал, что люди это основная форма жизни, но тут вдруг оказывается, основная форма жизни это что, люди? Или искусственный... А как искусственный интеллект станет основной формой жизни? Жизни. Жизнь. Что такое жизнь, да? Давайте попробуем.
Совокупность жизни, совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования и движения материи, возникшая на определенной ступени ее развития. Физиологическое существование человека, животного, например, вот тоже жизнь. Под некоторые определения, ну, понятие жизни и вообще как бы не входит. Ну да ладно. Человек будет средство для воспроизведения этого искусства. А так он мечтает об искусственном интеллекте, все, будет искусство, мечтаем. Сейчас это не так, если что. Пока что это не так. Потому что пока что то, какие машины мы производим, детерминировано нашими генами, прежде всего. Потому что наши гены детерминируют устройство нашего организма, включая наш мозг. А наш мозг, собственно, позволяет нам производить машины. Да, да, но да. Но впоследствии это будет не так, в конечном итоге. Почему? Наши гены изменятся? К лучшему? И почему они должны обязательно измениться к лучшему, а не к худшему? Непонятно. Не понимаю я вот этого. Потому что когда машины смогут создавать наши гены, повинуясь какому-то алгоритму, вне зависимости от того, что мы придумали этот алгоритм изначально. И этот алгоритм изначально был продуктом действия. Ну вот, жизнь, по определению НАСА, самоподдерживающаяся химическая система, способная к дарвиновской эволюции. Ну, по этому определению маргинал тоже сосет хуй, как бы. Я просто серьезно, я не слышал ни одного определения жизни, чтобы при этом в него можно было ввести, как бы, искусственный интеллект. Нашего мозга. Мозга кого-то из людей. Когда машины, следуя заложенному изначально в них алгоритму. Чувак, короче, «Матрицу» наконец-то посмотрел, он просто еще пару месяцев назад он думал, что «Матрица» — это хуйня, а потом неожиданно он, короче, посмотрел и охуел с того: о боже мой, нифига себе, какой охуенный фильм «Матрица», давайте-ка я буду теперь на стримах воспроизводить сюжет, блять, из фильма «Матрица», а? Ух. Не, ну просто Брогер пишет, а потом проходят сотни тысяч лет, и никакого ИИ нет, ибо интеллект в принципе не алгоритмичен кек. Так тут проблема заключается не в том, что он не алгоритмичен. Вы вообще посмотрите на форму рассуждения. У нас сейчас такие гены, да. И они обуславливают, в общем-то, все у нас в теле, включая наш мозг. И с таким мозгом мы не можем создать искусственный интеллект. Но когда-то, блять, видимо, гены изменятся. Тоже охуенная магическая шелупень такая. Брум! Вжух! Короче, вжух! И наши гены изменятся. Ну, понятно, что есть мутации, но почему-то они вжух и изменятся именно таким образом, каким это нужно маргиналу для рассуждения. Но вы понимаете, что это не самый вероятный вариант из всех возможных, да? Ну, наверное, вы понимаете, что не самый вероятный вариант. Вжух! Вжух, изменяются, и потом создает крутой искусственный интеллект, начинается эра машин, короче. Вот это да. Приветствую, старческий маразм. Друзья, заказывайте, пожалуйста, видео, у нас как бы пустая плашка с донатами. Научатся, да, то есть будут научены, да, то есть так или иначе получат возможность создавать новые генотипы. Да, то есть менять генетический код, то тогда как бы все. Там даже восстания никакого не нужно. Там не будет какой-то войны со Скайнетом, ничего этого не произойдет. Потому что людям будет норм, люди просто постепенно перестанут существовать. Людям будет норм, люди просто постепенно перестанут существовать, да? Да. То есть они просто, ну, типа чисто онтологические. Да, да, да. Чисто онтологические. Чисто онтологические. Ну, человечества не будет, потому что основной формой жизни будут роботы, а человечество будет вспомогательным. Чисто онтологически человечество не будет, потому что будут роботы, а человечество будет вспомогательным, а? А, блядь, а нахуй, чувствуете уровень интеллекта, блядь, нулевой, блядь, чувствуете зиготу, короче, умственно отсталую зиготу, которая несет полную хуйню.
Чисто онтологически это значит, что человечества не будет вообще. Ни физически, ни интеллектуально, ни духовно вообще, блядь, не будет человечества. Вот что значит чисто онтологически его не будет. Вообще, то есть. Ни в какой форме. Нигде. Ни в духовных мирах, если они есть, ни в физических мирах. Ни в электронах. Просто, блядь, не будет. Вот что это значит. Чисто онтологически, как бы. Онтология, бытие, наука о существовании. То есть их не будет вообще, блядь, нет. Нет, их нет. Людей больше нет. Но, ладно, бывает. Чисто онтологически не будет. Но будут. Но будут, блядь, как вспомогательно. Окей. Друзья, это, кстати, неизбежно абсолютно. Это абсолютно неизбежно. Абсолютно неизбежно. Окей. Я не переоцениваю искусственный интеллект, потому что просчитывать твой генетический код, какой выгоднее будет иметь для машин, ну типа можно уже сейчас. То есть для этого не нужна охуительная, не нужны какие-то дико пиздовые, блядь, квантовые компьютеры и так далее. То есть хватит той мощности, которая уже есть. Просто сейчас у людей есть запреты на всякие генетические исследования и прочее говно, на евгенику и так далее. Так, вся последовательность рассуждений выглядит приблизительно так. Я хочу, чтобы в мире стало лучше, и у нас уже есть средство, которое помогает сделать так, чтобы в мире стало лучше. Это IQ-тесты. IQ-тесты, да, наличие IQ-тестов поможет нам отобрать лучших и худших, и, соответственно, худших как-то изолировать и убрать. Сидуэй пишет: искусственный интеллект — это не то, что сегодня делают с помощью нейросетей. По сути, просто другой вид автоматики. Но об этом Андрей Сербант постоянно вещает. Говнюк Яндекса по технологиям. А, Главнюк, прошу прощения, не Говнюк. Спасибо, Сидуэй, за 3-4 рубля и спасибо за комментарий. У тебя, кстати, RDR2 стоит на Твиче, надо Just Chatting поставить. Да, есть такое, да, согласен. Я забыл поменять вот такое вот. Ну... Если донатов не будет, я, видимо, буду рубиться. Если донатов не будет, я, видимо, буду рубиться. А ты можешь дать определение свое понятию? А ты можешь дать определение свое понятию? Свое понятие работы. Ну, то есть вы понимаете, да? Что, в принципе, я здесь отталкиваюсь от тех определений, которые используют мои оппоненты или мои собеседники, потому что это не моя тема. Я как раз не утверждаю ничего. В данном контексте. Все, Just Chatting работает. Just Chatting работает. Так, прошу прощения. Прошу прощения, немножко звук, да, тут я включил лишний. Так вот, напоминаю всю... Это ерунда была, прошу прощения. Напоминаю всю череду, короче, рассуждений. Всю череду рассуждений Убермаргинала. Есть у нас возможность отделить хороших людей от плохих, тест IQ. Поделили, короче, но потом в итоге это приведет нас к тому, что... Интеллект разовьется до такого уровня постепенно, генетически, да, это причем неизбежно придет к тому, что это приведет, да, к тому, что мы создадим искусственный интеллект, который нахуй появится и, условно говоря, тем или иным способом ёбнет все человечество, убьет все человечество. IQ-тесты приведут к тому, что сдохнет все человечество. IQ-тесты, смотрите, первый пункт, IQ-тесты приведут к тому и последний пункт, что сдохнет все человечество. Все логическое рассуждение Маргинала, он еще говорит, что это неизбежно, соответственно. И что с этим бороться не надо, надо вкладывать на это деньги, соответственно, чтобы сдохло все человечество. Что-то здесь не так, мне кажется, что-то, блядь, здесь не так. Вот это да. Поэтому... Сейчас пока это невозможно. Тут у JFG дырка в аргументации, конечно, ведь то, что ранее РНК была основным носителем генетической информации, а теперь РНК... Чего? Наверное, ДНК-то хотел сказать. Ну это аналогия. Поэтому идешь нахуй. Не следует, что люди будут пчелами, рабочими у матки ИИ. Нет, а там и нету такого клейма, чувак. Ты просто не понимаешь, что такое фенотипическая революция. Понимаешь, ты понимаешь, что ДНК, в принципе, какое-то время... был частью фенотипа относительно РНК. Понимаешь? То есть вот сейчас мы, например... Ну, по Маргиналу, судя по всему, зависит. Если мы постепенно будем проводить евгенический отбор, то есть у нас будет позитивная, хорошая евгеника,
Тогда мы придем к тому, что общество разовьется до того уровня, что сможет создать искусственный интеллект достаточного, настоящий искусственный интеллект, достаточно мощный и развивающийся самостоятельно. Только, видимо, в таком случае. Вот, соответственно, вот такая вот логическая цепочка выстраивается здесь. Четкая. Вполне так себе открытая. То есть, основы генетики, да? Вот есть генотип, есть фенотип. То есть твои гены, и фенотип, то есть то, как ты выглядишь в реальности, да? То есть как гены проявляются в среде. Ну, дело в том, что ДНК... РНК и ДНК это разные кислоты. Дело не в том, что РНК превращается в ДНК, и речь не об этом. То есть человек и ДНК это тоже, человек не состоит буквально из дезоксирибонуклеиновой кислоты полностью, да? Но тем не менее, то есть ты не понимаешь отношения между генотипом и фенотипом. То есть то, что это разные кислоты, это не противоречит тому, что я говорю. ДНК изначально было элементом фенотипа относительно РНК. Просто в какой-то момент компонент фенотипа, он становится основным репликатором. А то, что было генотипом до этого, оно становится вспомогательной хуйней, которая, в принципе, особо какого-то, охуительного влияния не имеет. До сих пор есть люди, которые ездят на лошадях и отрицают машины. С чего ты взял, что все будут отредактированы? Потому что машины будут создавать людей, которые среди людей более конкурентоспособны. Потому что это для машин будет выгоднее. С помощью теста IQ, я уверен. С помощью теста IQ. В какой-то момент одноклеточные сожрали митохондрию. Это другое. Про митохондрию это отдельная история. Я правильно понимаю, что Маргинал теперь коммунист-футурист, у которого роботы будут править миром, а человечество само исчезнет, и это еще как-то секс-связано. Да, вопрос о их месту, это действительно так теперь. Убер-робо, коммунист, действительно. Ну, коммунист в том смысле, что мы все придем к равенству, потому что мы все сдохнем, судя по всему. Спасибо большое за 222 рубля, да, соответственно. И действительно, это так, это действительно абсолютно так, охуеть. Действительно забавно, роботы будут править миром, может быть и не роботы, машины. То есть роботы это... есть разница между машина и робот. То есть робот это прям может быть, более конкретная штука. Робот это разновидность в данном случае машины будет. В слово машины входит слово робот в данном случае. Вот, соответственно, да. Машина может быть, представляете себя, например, большое здание, у которого есть какие-то компьютерные штуки. То есть это реально может быть какое-то помещение, в котором находится большое количество процессоров и может быть какие-то роботизированные, штуки. Это не совсем робот, наверное, же будет, но машина. Да, действительно, маргинал не предполагает равное общество как среди людей, так и среди машин. Но, кстати, я, например, не знаю, как будет существовать этот ИИ. Он будет один-единственный или несколько? Если он будет один-единственный, он сам себе будет един. О, 100 рублей. Uber Marginal, деньги не плати. Uber Marginal, IQ, да? Кек-кек-кек-кек-кек-кек-кек. Кек-кек-кек-кек-кек-кек-кек-кек. Не, серьезно, довольно странно, на мой взгляд. Довольно странная позиция. Если так подумать, если послушать речь Uber Маргинала, то наоборот, тест IQ надо запретить как можно быстрее всеми силами хуярить палками, исследователей IQ, бить их, отвертки. Берете любой предмет, который у вас находится рядом, и просто хуярите насмерть, любого исследователя IQ, чтобы ни одного из них не осталось. Потому что иначе, эти долбоебы начнут, позитивный евгенический, отбор на базе своих методов, и начнутся проблемы общества, и мы в итоге все сдохнем. Если поверить логике Убермаргинала. Мы не верим в нее, поэтому никого хуярить не надо, соответственно. Я не призываю никого верить, это больше похоже на фантазии 15-летнего ребенка, Ну, вот такое.
переход от РНК жизни к ДНК жизни был до этого еще. То есть митохондрии же это ДНК форма жизни, правильно? Митохондриальная ДНК как бы есть, да, правильно? Ну вот. Там именно, что не для машин вначале, а для людей, но люди будут передавать свою репродуктивную функцию, функцию по отбору необходимых генов ИИ, и он уже становится основным актором отбора, и теперь произойдет магия, и ИИ подчинит людей. В смысле, произойдет магия? Если основным актором отбора будет ИИ, то он как бы будет создавать людей, которые будут по всем параметрам пизже окружающих людей. Он будет создавать. То есть это, ну, то есть, ну, просто он научится создавать людей, которые, блядь, лучше. Не, ну просто понимаете, на самом деле, в чем большая проблема заключается? Самая большая проблема заключается в том, что первое рассуждение маргинала о науке, то есть первая половина видео там про IQ, про гены и про прочую хуйню, на самом деле это такая же тупая хуета, которая вот в конце находится, но многие не замечают разницы. Многие думают, ну да, это похоже наука, о, исследование близнецов, ой, как интересно, как умно. На самом деле это все две одинаковые абстрактные хуеты абсолютно одного и того же уровня, если что. Но поскольку у нас сейчас преобладает, так скажем, научный догматизм, люди такие сразу текут по науке, а потом уже, вот видите, замечают, что когда начинается научная фантастика, мы встречаем с какой-то ебалой. Они просто будут объективно лучше. Поэтому они, если кто-то будет против, они могут их захуярить, но зная, как устроен социум, скорее всего, те люди, которые будут отобраны для того, чтобы быть лучше, да, который будет создан на генетическом уровне, чтобы быть лучше остальных людей, они просто будут во власти, они просто будут всеми управлять. А, напоминаю, да, что влияние отдельных личностей, оно минимально, и люди, которые во власти, обычно не очень умные. Если ты знаешь, как устроен социум, то ты, наверное, должен был заметить, что во власти обычно находятся далеко не самые умные люди. Ауч. Больно. Но ладно. По щелчку просто вот. Развел руками и все, все, все упали. Да, по щелчку, блядь, самые умные люди по щелчку стремятся непосредственно, да, именно к власти. Конечно, так, так всегда было и так всегда будет. На колени мгновенно. В общем-то, даже без какой-то охуевшей генной инженерии периодически такие люди появляются. Которые типа, блядь. Брогер пишет: помню, Марго говорил, что фантастика говно, так как там вообще все, что угодно можно придумать. И ведь действительно, что угодно, да. Несите мне деньги, бля, и все, пиздец. Вячеслав, приветствую, рад вас видеть. Ну, то же самое будет, просто, ну, машины будут создавать таких, как бы, людей, которые, ну, вот, как Цезарь, кто развел руками, и все вокруг начали хуйню делать сразу. Нет, государство — это не новая форма жизни, потому что государство потому что государство — это продукт деятельности людей, которые в свою очередь предопределены генами. Так, тут пишут: да перестань, ведь сам маргинал считал тесты IQ нерелевантными и действенными только в конкретном месте, времени и группе людей. Так я это все обозначил. Сейчас он так не считает и думает: ой, как это охуенно. Ну, по крайней мере, в этом видео он так говорит. Генетический детерминист пишет: Скайнет отправил Шадова из будущего убить маргинала. Есть такое. А в итоге оказалось, что, короче, Шадов трахнул его мамку, и маргинал появился. И эта временная петля, в общем-то, создала всю проблему, всю проблемную суть, в общем-то. Из-за этого, короче, из-за этого и родился маргинал. Причем маргинал при этом, он не просто как бы ребенок от Шадова, это причем ребенок Шадова со значительной мутацией, которая привела к синдрому Дауна. И поэтому, блять, в итоге он стал новым героем IQ, науки и прочее хуйни. И так каждый раз, блять, короче, когда Шадова отправляют в прошлое, он вместо того, чтобы убить маргинала, он ебет его мамку, короче, она его рождает. И убивает Шадова, блять, вот так вот. Нет, не смотрел Теннет, не смотрел, Дмитрий. То есть государство — это просто частный случай конкуренции между генами. Не надо импровизацию, пожалуйста. Это не следующая форма жизни. Роботы, то есть когда роботы будут заниматься генной инженерией,
это уже это будет не частный случай конкуренции между генами. Потому что уже ну не будет конкуренции между генами. Роботы будут выбирать просто то, что им выгоднее. А им будет выгоднее воспроизведение того же искусственного интеллекта, который они сами из себя представляют. То есть поэтому они будут, значит, создавать. Да, то есть это будет, уже не будет, но это уже будет не конкуренция между генами. Потому что они уже будут создавать гены, фенотип которых для них будет выгоднее. То есть не будет борьбы за существование, за преобладание. Да не, мне просто кажется, что он постепенно реально становится сайентистом, типа панщина, хуянщина, там какого-нибудь дурацкого Дробышевского и прочих умственно отсталых кретинов, и больше как бы, ну, ничего. Постепенно интеллект у человека деградирует, соответственно, и он не может себе представить ничего, кроме науки. Наука просто самая выгодная, самая сильная стратегия исследования, которую сейчас может себе представить, и, соответственно, все. Ну, то есть человек постепенно глупеет с годами под тоннами алкоголя, под тоннами энергетиков, и, соответственно, ну, он решает, что... А чё бы и не наука, короче. Наука самое, короче, выгодное дело, которое можно, о котором можно размышлять. И из этого следуют вот такие вот фантазии. Приветствую, Владимир, между, очень рад. Между людьми будет то же самое, но между искусственными интеллектами уже. Кстати, поэтому, если Марго это постаревший Шадов, то тогда объясняется это, то это становится понятно, почему Марго даун, короче. Как такая система? Потому что Шадов, как бы, что, блядь, является сыном его матери, короче, и одновременно, ну вы поняли вот этот круг, да, соответственно, я не потому что я даун, это ужасно было. Тема приведет к тому, что человек в своей текущей форме утратит субъектность. И основным субъектом деятельности будет ИИ. ИИ! Ну, от определения, за что такое субъектность, она есть вообще? Просто основной формой жизни будет ИИ. Да, несмотря на то, что ИИ не входит в подавляющее большинство определений непосредственно жизни. Но all right, как бы, all right. Добрый вечер, камон. Antecedents commune. Ну, ну то есть, ну и сейчас ДНК жизнь основная, а дальше будет ИИ жизнь. А раньше была РНК жизнь. Не хочешь? Да, действительно, искусственный интеллект у маргинала уже это реально факты, константа, да, все, 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 неизменно, да. Полеты к другим звездам будет заебись. Добавить, что у растений хлоробласты, скорее всего, такой же. Но, кстати, формально говоря, у искусственного интеллекта долететь до пределов каких-нибудь планет вполне возможно. Спекбьер пишет, нет, вполне может, небелковая жизнь весьма вероятна, но просто эта белковая жизнь не будет являться искусственным интеллектом. Небелковая жизнь, то есть, опять же, когда мы говорим о разных определениях жизни и предполагаем наличие небелковой жизни, мы не предполагаем при этом, что этой жизнью является искусственный интеллект. Ни в одном определении, по крайней мере, этого не лежит, ну, или, по крайней мере, мы не создали еще такого искусственного интеллекта, который мог бы претендовать на звание реально живого. Вот так вот. Пишет, ну, и типа кремниевая жизнь. Ну, это больше на хуйню похоже, Спек Бьерн. По большей части, потому что определение жизни немножко вот другое. Еще желательно, чтобы это естественно как бы сформировалось, а не искусственно. Ну да ладно. Ну может быть потом действительно у ИИ появятся все основания называться новой формой жизни, не исключено. Произношение. Но пока что это фантастика как бы. Ну, пока что это чистой воды фантастика. Ну, то, что вот маргинал говорит, в смысле фантастика. Как митохондрии, да? Ну, может быть, я просто не разбираюсь. Как от выбора лучшего генома для людей ИИ перейдет к выбору лучшего генотипа для ИИ? Ну, вот, пока что не перешло, именно потому, что мы, в общем-то, не делаем их достаточно обучаемыми. Рано или поздно это произойдет. Кто-нибудь обосрется. Ну, если, конечно, нашу планету не поглотит Солнце до этого, да, то есть...
если планета не взорвется, не перестанет вращаться, еще какая-нибудь хуйня не произойдет. Как из того, что они будут лучше, следует, что они не уничтожат ИИ. Потому что они генетически будут отобраны для того, чтобы не уничтожить ИИ. Невозможно просчитать. А мы не будем отбирать ИИ таким образом, чтобы непосредственно, ну, нас не уничтожили. Просто мне реально интересно. Просто довольно странно, а почему мы не можем отбирать таким образом ИИ, чтобы ИИ нас не уничтожило? Генетический тренд пишет, ИИ жизнь, потому что он обучаем, а Марго нет. Ну, хуёвый аргумент, мы в принципе понимаем, с какими непосредственно концептами работают компьютеры на данный момент. И назвать это обучаемостью в подлинном смысле, наверное, всё-таки нельзя. К сожалению. Ну или к счастью, не знаю. Какие гены полезны? Возможно. А мутации? А мутации можно контролировать. Это все можно делать в искусственной среде. Но все к тому, что для человека, скорее всего, не изменит привычный порядок вещей. Ну да. Все так же будут... Цунада пишет, как ты себе представляешь такой отбор? Да легко. Скорее, вот сюжеты всяких там терминаторов и этих, как там их, матриц являются, ну, фантастическими в том плане, что они менее вероятны, чем сюжет, в котором мы просто, блядь, не дадим искусственному интеллекту, во-первых, либо развиться до определенного уровня, потому что это нахуй надо, наверное, да? А во-вторых, ну, мы скорее будем создавать искусственный интеллект для того, чтобы он приносил нам пользу, и он, соответственно, этот искусственный интеллект будет ограничен рядом тех или иных функций. Ой. А нахуя мы... То есть вопрос, ну а нахуя мы создаем неограниченный, блядь, всесильный искусственный интеллект? Нахуя это делать? Это бесполезное же занятие, по большей части. Это даже вредное занятие. Если мы даже пофантазируем, просто представим, что такой интеллект возможен, это занятие бесполезное, вред... Это худшее оружие, наверное, будет против нас. Зачем нам это делать? То есть, если и есть ученые, которые занимаются созданием искусственного интеллекта вот такой вот мощности, и они не собираются его ничем ограничивать, из этого напрямую следует, что в данный момент нам желательно этих ученых перехуярить. Ну, по-хорошему, если так поступать, нужно их перехуярить, короче. Все. Вот, ребят, если вы, смотрите, если вы действительно думаете, если вы действительно согласны с Марго... Если вы... Привет, Данил Андрей. Если вы действительно согласны с маргиналом, что вот так вот все оно и произойдет, значит, в этот же самый момент мы должны еще вот чисто интуитивно, наверное, интуитивно согласиться со Стерлинговым, что ебаные колдуны-ученые погубят нас, уничтожат, и вообще надо бы сжечь их на кострах. Это было бы вполне адекватно в данном случае, потому что если они продолжат свою работу, нас ждет смерть, гибели, соответственно, да? А почему бы нам тогда не остановиться на тех технических, там, не знаю, на том техническом развитии, которое у нас уже есть, и просто перехуярить всех ученых, и все. Чтобы они больше не работали над ИИ. И сохранить существование человечества таким образом. Но если уж появится ИИ, который нас всех уничтожит. Непонятно. Я бы, например, так и сделал. Думают, что все принимают решения путем функционирования сознания. Ну, скорее всего, да. На самом деле это будут гены, пусть и отобранные ИИ. Ну да. Но биологически ситуация будет фундаментально другая. Так она будет не биологически другая, технически. Ну да, ладно. Как объяснить, как объяснить воздержание в религиях через генетику? Ну, блядь, очень просто, потому что один тот же ген присутствует не только в одном организме, который может взять и перестать размножаться из-за того, что принимает целибат. Ну, как бы все. Вот. Ты ничего не объяснил, блядь. Больше особо ничего объяснять не нужно, все. Порешал я твой целебат. Подожди, ты же много и люто топил за то, что ИИ это ИИ наебали Гоев, а сейчас что-то рассказываешь о нем так, как будто это неотвратимая штука. Потому что наебом Гоев является искусственный интеллект, который полностью имитирует человека.
Вот это поворот. То есть если ему так... А вот настоящим искусственным интеллектом является тот интеллект, которого еще нет, но который обязательно неотвратимо появится и уничтожит человечество. Понимаем искусственный интеллект. Если мы понимаем искусственный интеллект не так, то проблем нет. Как я заранее уже говорил, всегда, если мы под искусственным интеллектом понимаем просто мой компьютер, блять, или вообще калькулятор, блять, нахуй, то он уже есть. И да, искусственный интеллект тогда уже есть, да. Эх, чувак, мой компьютер сидит здесь уже, готов меня, блять, уничтожить уже, расхуярить, я чувствую. Но чё-то нет. Братан, братан, ты готов меня убить? Давай. Давай, попробуй, ёбни меня. Давай, давай, ударь меня, короче. Компьютер, давай. Сейчас, давайте. Шадов дразнит компьютер. Пиздиться с ним будем. Сейчас, смотрите. Ну, давай, браток, давай. Смотрите, какой он красавчик стоит, да, здесь вот. Вот, смотрите, вот он тут стоит. Сейчас вот он такой вот красивенький, да, стоит у меня под монитором. Ёбни мне, короче, по плечу. Ёбни мне, короче. Давай, пизди меня. Расхуярь меня, давай. Пиздани мне. Убей меня, давай. Убей меня. Ёбни, ёбни по мне, давай. Хуйни, хуйни, давай, убей. Бей меня, бей быстрее, давай. Чё-то он не это. Чё-то он как-то не пытается меня уничтожить. Сейчас он что-то как-то это, не может. Я что-то не знаю даже. Пока, по-моему, без шансов, короче, я не знаю. По-моему, я как бы пока сильнее, то есть, собственно, я его могу одним ударом как бы... уничтожить. Приветствую, Рене, где карт? Чё-то вот он даже не может меня убить. Даже вот вообще никаких претензий. Знаете почему? Ты бей первым. Да, бить первым такое. Смысл жизни стоит 100 рублей. На практике глупые люди размножаются чаще, чем умные. Демократия это еще приводит к тому, что глупые люди... Да, действительно. Можно обоссать, и он умрет. Есть такое. Заставляют умных людей платить за велфер. То есть это ведет к тому, что дегенеративные гены получают более комфортные условия для выживания и начнут доминировать в людской популяции. Куда движется эволюция тогда? Может быть, это просто тупиковый путь? Ну, эволюция... Не, на самом-то деле я компьютер просто понимаю как некое продолжение себя. Ну, то есть, формально говоря, все, что в нем есть, ну, разные программы включая, да, все это служит для того, чтобы выполнять те функции, которые являются для меня... полезными. Вот и все. Представляете себе, на этом компьютере содержатся те материалы, которые мне нужны. На этом компьютере содержатся мои записи. На этом компьютере содержатся мои работы. То есть этот компьютер, ну, по сути, это просто некий расширитель моих собственных способностей, с помощью которого я могу что-то делать. Зачем этого зайчика бить, трогать, и почему он должен меня убить неожиданно? Я не понимаю. Я не понимаю, для чего люди неожиданно попытаются создать такие компьютеры, которые будут действовать не по такому же типу, как вот эта прекрасная машина, вот, которая у меня здесь, да, стоит, а будут действовать по совершенно другой стратегии и будут пытаться нас еще ёбнуть, соответственно. Ох ты, господи. Да. Движется к тому, что быть умным невыгодно, блядь, само по себе. Вот. Но с моей точки зрения, эволюция, она просто закончится, когда искусственный интеллект начнет отбирать гены вместо конкуренции. То есть конкуренции между генами, по сути дела, не будет. То есть будет просто генная инженерия посредством алгоритмов, заложенных в искусственный интеллект. Ни один ИИ не дает 100% гарантии, что будет произведен человек, который будет способствовать укреплению роли ИИ в выборе генотипа человека, следовательно, есть... Ну, на самом деле, Неоспай, вы правы. Ну, эволюция может закончиться только в том случае, если будет уничтожена вся жизнь без исключения и не будет возможности эту жизнь воспроизвести. Вот так вот. Вот так вот сформулируем. Как искусственный интеллект сможет уничтожить вообще всю жизнь во Вселенной, ну, на планете на нашей, я не понимаю, это довольно странно. Это довольно странное тоже предположение, если верить во все научные догадки, предположения, верить в то, что там микроорганизмы это тоже живые существа, они тоже эволюционируют, и они потом, эти микроорганизмы в итоге тоже эволюционируют в полноценные живые существа тоже, да. То есть непонятно, если мы допускаем всю научную, как бы, вот эту вот теорию, непонятно,
каким образом действительно вдруг получится так, что искусственный интеллект уничтожит всю жизнь, или более того, станет самым главным на планете, в том смысле, что самой главной, единственной формой жизни, потому что сейчас даже люди не являются главной формой жизни, по большей-то части. Ну да ладно. Возможно, создание человека, который уничтожит ИИ. Но это пока не создан ИИ, который, собственно, способен научиться создавать людей, которые будут выгодны для, собственно, пролиферации этого самого ИИ. Ну, пока такого нет. Просто ИИ у нас есть, да, то есть то есть ИИ в том смысле, которым я использую сейчас этот термин, да, он уже есть. Причем есть, блядь, да. О, заказ. Вот. Добрый вечер, Александр. Вопрос к статье из вашего паблика о выживании философов в современном мире. Не нашел там варианта остановления стримером. Почему так, Михаил Светов? Все это связано с тем, что я тогда еще не остановился стримером, это раз. А во-вторых, ну, не всякому студенту философского факультета даровано, вообще дано стать стримером. Опять же, понимаете, если появится огромное количество стримеров, ну, это просто будет невыгодно нам всем, и мы все в итоге сдохнем, так или иначе. Плюс ко всему, стример должен обладать некоторыми стримерскими качествами. Это не просто должен быть умный человек, не просто человек, обладающий той или иной компетенцией в философии. То есть мало знать. Важно еще что-то уметь, и важно уметь выполнять развлекательную функцию, хоть в каком-то смысле. Иначе, ну, вы обречены, скорее всего, на стримерском, в общем-то, просторе. Ну, то есть, опять же, когда мы занимаемся стримингом, мы прежде всего не студенты философских факультетов. Мы, когда занимаемся здесь, мы, короче, занимаемся энтертейментом, развлечением тем или иным образом. И это развлечение может включать некоторые интеллектуальные, в общем-то, аспекты, да. То есть приходится преображаться, соответственно. По-моему, никто из стримеров, философов, ну, около философских стримеров, не считает, что они прям на стримах занимаются очень серьезными делами, по большей части. Иногда, когда заказы определенные, там заказывают статьи, материалы, лекции, действительно серьезные занятия, да? А по большей части это нет. По большей части нет, это развлечение скорее. Давно, то есть там не нужен какой-то охуевший, блядь, искусственный интеллект на уровне, там, блядь, андроидов из Стартрека, да, то есть там это не нужно просто для того, о чем я говорю. Вот, значит, да. Просто, ну, мы пока не создаем искусственный интеллект, который способен просто научиться, да, то есть просто прийти к выводу о том, какие гены ему будут полезны для того, чтобы самого себя распространять, да? Вот. И который будет именно занят генной инженерией. Но учитывая, какие исследования ведут китайцы, ну как бы. Ну, выглядит неизбежным пока что. Ну да, и в смысле, как бы, алгоритм анализа базы данных, по сути дела, да. Не, всегда можно ёбнуть ядерный боезапас даже на территории собственной страны, тогда будет хуёво всему миру, в том числе и генетически модифицированным ИИ. Если кому-то не нравится такое. Чувак, мощность ядерных бомб сильно преувеличена. То, что можно там, блядь, весь мир ёбнуть ядерными бомбами, блядь. Сколько ядерных бомб, блядь? Ну, можно ёбнуть по ИИ ядерной бомбой. Там какой радиус поражения, блядь? Самый большой ядерный гусей. Не, ну если ёбнуть в здание, в котором находятся сервера ИИ, ну... До свидания, короче. Да, прощай. Ну, в общемировом масштабе это хуета полная. В плане радиации, если речь идет не про бомбу, да... Если речь идет не про непосредственно взрыв, да, а про радиацию... Ну, бля, во сколько ядерных бомб оценивают Чернобыльскую катастрофу? Ну чё, блядь, расхуярили, бля, мир, да, все, на Украине не живет никто. Ну и нихуя. Так украинцы мутировали и стали, в общем, это... Как бы вам сказать... крайне озлобленными людьми.
Шутка. Ни в коем случае не уничтожаем. Последующее заражение биосферы, но, блядь, охуенно. Что-то в Чернобыле, наоборот, блядь, животные пизжи живут, значит. Ну, маргинал не прочитал сообщение и просто отвечает. Зачем? Там, где не было ядерных катастроф. Что определяет способность ИИ к созданию себе подобных ИИ для собственной выгоды, а не просто набор функций, заданных человеком. Спек Бьорн пишет, ИИ предполагается электронный же. Один из поражающих факторов ядерного взрыва – это электромагнитная ебанина, вся включенная электроника просто сгорит нахуй же, пишет Спек Бьорн. Вот этого я не знал, но вот например, да. Без способности к мышлению, выходящему за рамки заданных функций. Ну, смотри, если искусственному интеллекту будет поручено полностью производить людей, которые будут пизжи... Зачем ему поручать это делать? Остальных людей, да? То так или иначе, туда будет заложено... Если это будет, то я вижу, что это неизбежно. Почему? А хуй знает. Так или иначе, это искусственный интеллект должен быть достаточно гибким, чтобы понимать, какие там люди пизжи, какие нет. То есть, ну и такой искусственный интеллект, он, скорее всего, рано или поздно... Ну, в смысле гибким? Ну, например, Убермаргинал, например, интеллектуально совершенно не гибкий, очень тупой, в принципе, человек, у которого постепенно, ну, показатели непосредственно оценивания человеческого, в общем-то, существа падают, и скоро они окажутся на таком ебаном дне, что просто ниже некуда. И для отбора людей по критериям евгеники тоже не нужно быть, ну, очень прям умным и очень широко, в общем-то, масштабным, мощным, соответственно. Отбор, наверное, может даже производить уже на моем компьютере, я думаю, а чё нет-то? Маргинал сам говорил, что уже сейчас отбор, блядь, можно с помощью нашего технического развития уже сейчас можно производить этот самый отбор, блядь. Напоминаю вам. Между прочим, напоминаю, что с помощью уже современных вычислительных мощностей мы можем уже все это рассчитывать. Вопрос из этого следует. Нахуя мы будем создавать машину, у которой там еще сможет это физически как бы воспроизводить? То есть ебашить людей, соответственно, автоматически, это было бы странно, с одной стороны. Мы и сами люди можем их ебашить, пользуясь теми вычислительными, в общем-то, мощностями, которые у нас есть. Судя по словам оригинала, я сейчас ничего не допускаю. Я сейчас ничего-то конкретного вот не допускаю, как бы. Я просто следую словам, которые оригинал сказал в этой лекции. Пожилой дебил пишет за 10 рублей. Сейчас прочитаем, что он пишет. Я не могу читать на этом экране. Привет, Шадов. В начале стрима ты сказал про то, что ты написал книгу про современную инквизицию. Как она называется и где ее можно найти? К сожалению, книгу нельзя найти, но я скинул в чат статью, в которой, в общем-то, имеется очень краткий пересказ данной книги. Книги я буду печатать значительно позже, особенно по философии. Уж простите, друзья, уж простите. Пока я не реализовался в достаточной степени, все свои закрома литературные я напечатать, к сожалению, не могу. Чтобы заполучить их, я сейчас в чат скину непосредственно про инквизицию текст. Вот он, текст. Ну, в общем, проблемы с печатью, друзья, проблемы с печатью. Поймет, какие люди, блядь, ему нужны для того, чтобы продолжать существовать. Потому что просто какой-то примитивный алгоритм, он не прокнет нам. Так, тут уже было, что прокнет, а теперь не прокнет. В начале видео он прокал, теперь в конце не прокает. Охуенная история. Нам его не хватит. Да. Нам его не хватит для того, чтобы у бейбиков гены пиздатые были. Просто нам, как обывателям, не хватит простого примитивного алгоритма на уровне калькулятора. Чтобы просчитать, какие гены полезны, тебе не только нужно учесть, каковы условия среды социума сейчас, но и какими они будут в будущем. Чтобы это сделать, тебе нужно учесть, по сути, положение всех частиц во Вселенной. Нет. А малейшие погрешности в измерениях приведут к ошибкам в результатах, которые сделают эти результаты бесполезными. Нет, не сделают их бесполезными, потому что, блядь, есть такая хуйня, как статистика. То есть, да, выдуманная из головы хуйня, как статистика, да, она есть, действительно. Не обязательно просчитывать все, блядь, на 100%. Достаточно 60% для того, чтобы уже эффект был впечатляющий. Чтобы уже на это выделяли дохуя в итоге денег, блядь, и сосали хуй. Так, если сложить весь боезапас в Мариинской впадине, предположим,
Чего, блядь? Чего, блядь? Аж действительно. Какова цель ИИ в таком мире? Ну, борьба не за существование, а за преобладание. То есть сначала просто, чтобы существовать, потом, чтобы было много. Возможно появление других искусственных интеллектов, возможно конкуренция между искусственными интеллектами. Это уже бабка надвое сказала. Зачем ИИ люди, если он может создать себе таких же роботов-рабов без потребностей? Пока не может. Пока не сможет, не будет таких роботов. Ну как зачем? Там самая тонкая земная кора. Если ёбнет все, что есть, вдруг треснет кора. Я не веган. Окей. Вдруг. Вдруг треснет. ИИ заставит людей создать таких роботов. Ну, это пока произойдет. Это опять-таки бабка надвое сказала. Надо... А вот все, что здесь происходило, это не бабка надвое сказала. Так не заказывали до конца, это вообще не заказанное видео, ребят. У нас, блять, вообще нет заказов. Все 650 рублей, которые мы сейчас заработали, это просто ваши комментарии. Ну, не знаю, на самом деле, насколько это под заказ или не под заказ, но 650 рублей, я считаю, ну, досматриваем все равно. Ну, по мере поступления. Satanic State, 100 рублей. Ты девальвируешь значимость аргумента собственной выгоды. Твои дети или дети твоих детей могут появиться или не появиться в условиях генетического сортинга. Зачем тогда популяризировать идеи, которые могут привести к уничтожению твоего потомства? Надеешься выиграть в лотерею? Так у маргинала не будет детей. В смысле? Я не считаю, что оно приведет к уничтожению потомства кого-то конкретного человека. Просто... Да, просто это оно приведет к уничтожению потомства всех, блядь, конкретных людей. Это... Ну, нашей формы жизни не будет. Да, генетик повезло, круто, что накидали деньги. Спасибо донатерам за то, что накидали деньги за комментарии, спасибо большое. Дела с отличный интернет-боец. Почему тогда ИИ просто не съебаться от жалких людишек на исследование космоса, как Хэл из космической Одиссеи? Ну, если оно достаточно мощным будет, и если у него по какой-то... Про детей ничего не знаю. По причине будет так... Остальное личное. Такая мотивация. Непонятно, зачем ее закладывать в этот искусственный интеллект, и непонятно, как через самообучение он к ней придет. В принципе, это не ясно. Не, детей чисто технически я не планирую. Ну, пока что. Сообщение плохое? Где? 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 Блять. Не вижу. Забанил. Вячеслав пишет, у Шадова не будет детей, у него будут сразу взрослые. Ладно, все. В принципе, было весело, наверное, было весело. Пишет, от Лусины хотел бы детей, зачем? Ну, на самом деле, хреново, нет. С детьми все неоднозначно. Дети это проблемы, дети отвлекают от дел, дети отвлекают от творчества, дети отвлекают от мыслей, дети отвлекают от всего, чего только можно. И наличие детей, чтобы я прям захотел детей, для этого у меня должны быть, наверное, идеальные условия, достаточно большой дом и желательно еще какие-нибудь там няньки, чтобы, блядь, я не имел с ребенком ничего общего на протяжении первых лет 7-8 как бы общения его роста, ну как бы, чтобы я с ним практически не взаимодействовал. Вот, чтобы я мог спать, чтобы я мог как-то, да, чтобы ответственности было меньше. Мне нужна техническая хорошая база, большая финансовая база, чтобы так или иначе, ну, в общем-то, ребенка при этом содержать. Ну, то есть и самому при этом не страдать. А нахуя ребенок, если ты постоянно, блядь, страдаешь? Тебе приходится просыпаться, это не просто ответственность. Это не просто ответственность, это как бы еще и большое количество страданий, соответственно, это недосыпы постоянные, это постоянное внимание, которое требует на себя ребенок, это, ну, это очень много всего. Смысл непосредственно заводить ребенка, если я не могу ничего ему вообще дать, вообще ничего не могу ему дать. Смысл? Я не вижу никакого смысла в этом. Все просто. Здесь все, опять же, крайне невероятно просто. Пишет, будет кому содержать в старости. Так я сдохну в старости. Ладно. Может, я и сам буду себя в старости содержать. Тут еще такая фишка.
Зачем ты говоришь об опыте, который не пережил? Ну, я могу себе вполне такой опыт представить. Я знаю большое количество людей, которые его пережили. И им было довольно тяжело. А относительно кому содержать в старости, ну, я надеюсь, я преподавателем стану и буду до смерти работать, соответственно. Ну, надеюсь, хотя бы не стримером. Вот. Вот. И тем более не факт, что дети будут в старости кого-то содержать, соответственно. Тоже Genetic Flotsam правильный комментарий откинул. Ну, то есть, тут... Тут все неоднозначно, и ради собственной выгоды в старости осмысленно пытаться иметь ребенка, это, по-моему, уже как бы немножко безумно, немножко нехорошо. А лучше-то, если ваша единственная причина, по которой вы хотите иметь детей, это будет кому вас содержать в старости, тогда, я думаю, вам лучше не иметь детей вообще. Интернет-БС пишет. Дети — это другое, нельзя просто взять и представить опыт родительства, это заблуждение. Окей. Почему не хочешь стримить в старости? Я не думаю, что у меня получится продержаться в стриминге до старости. Вот, тут очень важно. Спек Бьорна зачитывать не буду, но прочитал забавно. Стакан я могу сам себе подать, наверное. Смогу. Ну, надеюсь, стакан старости подать. Да не, ребят, с детьми реально все сложно. Или вы хотите, чтобы мы бездумно такие: ой, блядь, надо попробовать, короче, ребенка нахуй завести, блядь, ребенок. Ведь у всех же были дети. А так и за 100 рублей ведь сделаешь ребенка от Лусины? Ведь так, да, действительно сделаю. За 100 рублей, конечно. Умрет от старости на стриме и выйдет в топ в тредах, да. Бояршин уже стримит, а ты здоровее его. Ну, тут другое дело. Бояршинов, во-первых, стримит на совершенно другом уровне. Он выше меня, соответственно, по рангам, по статам, это раз. Во-вторых, не факт, что я смогу еще, до конца жизни, жизни удержаться в стриминге. То есть, не факт, что я смогу до конца жизни конкурировать с другими непосредственно стримерами. Сейчас у меня все хорошо, по крайней мере. Прошлый месяц прошел настолько охуенно, насколько я даже себе представить не мог. Но, может быть, в какой-то момент я всех заебу, и, соответственно, мне придется вообще уйти из стриминга и заниматься чем-нибудь другим. Я представляю себе такой сценарий без каких-либо, как бы, проблем и нареканий, так что вот. Более того, стриминг может перестать быть популярным. Сергей Фастовит пишет: да, вот я как раз об этом и начал говорить, вы чуть-чуть позже написали, через секунду. Не факт, что стриминг как таковой не умрет через 40, 20, 50 лет. Да, действительно. Причем, понимаете, в чем может быть проблема? Стриминг как таковой может, так скажем, действительно подохнуть, его заменит что-то иное, в чем я, например, не смогу конкурировать. Не знаю, какой-нибудь ТикТок. ТикТок — это жесть. ТикТок — это жесть, соответственно. ТикТок — это жесть. Вы же понимаете, да, что в ТикТоке я, например, не хочу в ТикТок. Интернет-БС пишет: нет, осьминог, ты будешь стримить до смерти, нам же надо что-то смотреть. А для этого нужны донаты. Каждый месяц надо набирать хотя бы 1050, что ли. Так далее. Вот, если не будет даже 50 или хотя бы 30, вот на самый минимум это 30 тысяч, но я, наверное, тогда буду сливаться уже, если меньше 30 буду получать. Это будет уже не очень хорошо. Но посмотрим. Если все будет идти в гору и будет до конца идти в гору, я, конечно, буду счастлив, наверное. Это стриминг — это клево, стриминг — это интересно. Сергей пишет: создадут идеального ИИ стримера, который будет генерировать идеальный, развлекательный, образовательный игровой контент, да. Интернет-БС пишет: ты до стриминга и 30 не получал, но сейчас я могу получать 40, если я непосредственно, закинусь в образовательное учреждение. Там свои минусы у этого есть, конечно, но... Попытаюсь... Кстати, я в любом случае попытаюсь закинуться, я собираюсь... А пишет: ты получал 17к, а теперь 30к мало. Ну, 17к я получал, вообще ничего не делая, Андрей. Чтобы вы понимали.
Вот. То есть я когда работал, я целый год проработал охранником, да, и я работал за 17 тысяч рублей, но я там ничего не делал, я там писал романы, смотрел сериалы, аниме, что угодно мог там вытворять, соответственно, я там тренировался на занять, ну, то есть я там тренировался, я мог позволить себе там тренироваться, понимаете, насколько клевая работа прям. Я серьезно, я вставал у стены на руки, я отжимался. Вот. То есть, понимаете, на самом деле работать, сторожить церковь за 17к, когда к тебе никто не прилагает никаких критериев оценивания твоей работы, это идеально. Это охуеннее стриминга в том плане, что я еще и не каждый день работал. На самом-то деле, если бы я работал каждый день, я сюда прихожу работать, получается, каждый день. Я работаю часов по 8, наверное. Сейчас 2 часа прошло, мы разбирали одно видео. Друзья, пока, пожалуйста, заказывайте видосы, заказывайте какие-нибудь материалы, потому что у нас пустая, как бы, пустая коробка, нам бы хотелось набрать хотя бы побольше 1000 рублей. Вот. И соответственно. Ты в ночь? Да, в ночь тоже. Ну, там спать можно было, я там просто спал. И все. Были исключения, когда было тяжеловато, но совмещать работу, например, охранника и стримера у меня не получилось, потому что я не досыпал. Я очень плохо высыпался, мне приходилось очень мало работать и так далее, и так далее. Как относишься к половому воздержанию? Воздерживаюсь от полового воздержания. То есть наггетсов не будет, но если закажете наггетсы, будут наггетсы. Какой график, расскажи? 2 дня работал, 1 отдыхал, и было довольно халявно. То есть, смотрите, если помимо работы охранником не делать больше ничего, только писать романы, например, и другие философские и нефилософские произведения, то эта работа просто охеренная. Со стримингом совмещать я ее принципиально не смог, было очень тяжело, когда я пытался совмещать пару месяцев, я просто упахивался. И это было, ну это под конец было реально тяжко, прям вот, блядь, я недосып тотальный. Сейчас я себя чувствую вполне приемлемо. То есть чисто по силам я могу стримить каждый день, и если не могу, я беру себе выходной. Меня такое устраивает. Но чтобы вы понимали, по сравнению с тем, что было на той работке, где я 17 тысяч получал, я сейчас просто пашу. Я пашу по 8 часов, и я контент делаю, не просто делаю контент, там еще какие-то движения там надо обязательно совершать, танцы, не танцы, веселье какое-то, комментарии, интеллектуальные комментарии, неинтеллектуальные комментарии. Вести большое количество тоже там людей, просить что-то делать, помогать, потому что в одного тоже довольно трудно все это делать. И действительно получается, что я занят очень большую часть дня, и мне приходится вот, не отрываясь от монитора, сейчас вот сидеть 8 часов, получается, ну сколько, 6, 7, 8 часов, я с вами. 6, 7, 8 часов я с вами. И 6, 7, 8 часов я полностью погружен вот в эту самую деятельность. На работе, вот там вот, когда я работал охранником, я нихуя не был погружен в то, что я охранник. Я нихуя не охранял, по большей части. Я просто сидел в будке, нажимал на кнопку. Представляете, просто сидел в будке, нажимал на кнопку. 17, блядь, тысяч. Вот за это мне платили 17 тысяч. 10 дней в месяц работал. Нажимал на кнопку. 10 дней в месяц. Чтобы вы просто понимали, насколько крутая работа охранником в церкви за 17 тысяч рублей. Божественно. Лучше и быть не может, соответственно. Вообще, ничего более халявного у меня еще не было. Это было круто, это было идеально. Да, ТСК, именно. Ты можешь стримить 3 часа, пишет, и не каждый день. Да, могу, но у меня денег тогда нихуя не будет, Джандая. Соответственно, моя цель сейчас на квартиру куда-нибудь, да, 10 дней в месяц, это, да, 17к, да. Чтобы вы понимали, насколько круто. Во, в нагрузку к предыдущей теме, давайте посмотрим следующее видео. Все, мы наконец-то перешли от болтологии уже к более-менее такой деятельности. Давайте я, на самом деле, немножко договорю здесь. Спасибо большое Сергею. Для кого-то это может... Сергею, искусственный интеллект, развитие и теории философ. О, интересно. Вот это интересно. Надеюсь, никакой херни не будет тут. Спасибо большое. Андрей пишет, работа преподавателя явно хуже стриминга, но работу преподавателя можно проще совмещать со стримингом, чем то, что у меня было с охранкой. То есть охрану сложнее было. Охранку сложнее было как бы совмещать. Потому что там целые сутки, и ты, короче, и тебе нужно просыпаться очень рано. Ладно, посмотрим. Я не знаю, может быть, и преподавателя не получится совмещать. Стриминг лучше пока что. Но
А если успешный стриминг? Главное, чтобы он был успешный. А стриминг, да, не гарантирует никакого, может быть, даже никакого дохода. Да, именно. Если у тебя был график 2 через 1, то как у тебя 10 дней выходило? Я 2 дня работал, я 1 день работал, 2 дня отдыхал. Интернет-боец. 1 день работал, 2 отдыхал. В каждом месяце около 30 дней. Считайте сами. Может быть сюрпризом, но философия достаточно активно обсуждает актуальные вопросы. В частности, проблему искусственного интеллекта. Да? Можно ли сделать копию сознания человека? Существует ли вообще сознание? И как мы сможем определить настоящий искусственный интеллект? Аристотель считал, что разум – это свойство исключительно человеческое. И, в общем-то, гордые носители разума ничуть не сомневались в этом вплоть до середины 20 века. Ну, не чисто человеческое, на самом деле. Есть, скорее всего, создание... Ну, как скорее всего? По мнениям некоторых философов и мыслителей, существуют некоторые создания, наделенные разумом, но они при этом выше людей. Например, у греков это были боги. Или ангелы, например, в христианстве, они тоже вроде бы наделены разумом. Это время, когда появляются первые компьютеры, которые способны вычислять. До этого момента подобное мог делать только человек. Позже, в 1956 году, на Дартмундском семинаре впервые вводится термин «искусственный интеллект». Знаете, что может вычислять? Счеты могут вычислять. Знаете, такая штучка, где мы двигаем вот эти кружочки такие, да? Счеты тоже могут вычислять. Правда, просто довольно, но это, считайте, первые калькуляторы. Марвином Минским дано определение. Искусственным интеллектом может считаться машина, выполняющая те задачи, которые потребовали бы интеллектуальных усилий человека. Может ли искусственный интеллект заменить Александра Шадова и написать столько же охуенных романов? Нет, искусственный интеллект – говно. Все. По этому минимальному определению, конечно, любой компьютер, телефон или даже стиральная машина будет искусственным интеллектом. Но по... Нет. Нет, по этому определению ни одна машина сейчас не является искусственным интеллектом. Компьютер выполняет другие задачи, отличные от человека. То, что он высчитывает, отличается от того, что высчитывает человек. Более того, все, что передо мной сейчас находится, вот этот вот монитор, YouTube, непосредственно ваш чат, который я вижу, OBS, я всего этого сделать не могу, а компьютер может. Наши функции отличаются. Наши функции радикально отличаются в данном случае. Все. Притом компьютер не может сделать то, что я могу с помощью своего интеллекта. Он при этом может сделать то, чего я не могу. Еще раз, давайте. ИИ – это процесс, в рамках которого машины выполняют те задачи, которые потребовали бы интеллектуальных усилий от человека. Эти задачи ограничиваются только вычислениями, соответственно. Ну, в компьютере. Притом, вычисляем мы по разным принципам. И по-разному относимся к числам. Непосредственно, ну, компьютер вообще никак к числам не относится, ему поебать, соответственно. И кстати, на самом деле непонятно, что такое вычислять и что значит понимать вообще математику в целом тоже, ну... выполнять те задачи. Ну, то есть, прикладное определение, на самом деле, прикладное, но при этом все равно все очень по-разному. Усилий человека. По этому минимальному определению, конечно, любой компьютер, телефон или даже стиральная машина будет искусственным интеллектом. Но, по мнению американского философа Джона Сёрла, современный компьютер будет всего лишь слабым искусственным интеллектом. В 1980 году в одной из своих работ... Что застирать? Что значит стирать? Относительно того, что значит считать, еще очень важно, что, блядь, значит считать? А действительно ли мы считаем, что компьютер вычисляет что-то? Ну, просто, опять же, давайте я вам покажу еще одну фишку. Вы, наверное, в шоке сейчас будете. Сейчас я вам приведу... Ну, стиральная машина тоже стирает не так, как я.
Там, блядь, барабан вот так вот хуярит просто. Смотрите. Давайте я вам покажу, что со стиральной машиной происходит, да? Вот барабан. И он вот так вот, блядь, крутится. Я так никогда в жизни не стирал, на самом деле. То, что делает машина, это какая-то совершенно другая хуйня. Но мы называем это стиркой тоже. А когда я стираю, это как вух-вух. Вот так как-то выглядит это. Совершенно другое действие вообще-то. Стиральная машина так не делает. Ну и стиральная машина не претендует на искусственный интеллект. Смотрите. Говорить, что машина умеет вычислять, как, так же, как и человек, по-моему, то же самое, что и говорить, что книга умеет говорить, ну или, не знаю, действительно содержит в себе реальный текст, и она там, этот текст является ее содержанием, ну, блядь, сущностью, как бы, важнейшей. Это не просто, блядь, какая-то совокупность символов, которую мы, блядь, декодируем. Нет. Нет, это реально сущностный текст, который существует вне книги, и вообще книга является, как бы, вот, ее единственным самоопределением, не знаю, блядь. Короче, смотрите. Смотрите, смотрите. На мой взгляд, все вычисления компьютера, как и, например, вычисления на счетах, имеют только тот смысл именно для нас, для живых существ, так же, как и текст, для людей именно, так же, как и текст, который написан в книге, имеет значение и может быть декодирован нами, соответственно. Мы декодируем вычисления компьютера, это раз. Для себя мы создали вычислительные машины для того, чтобы они для нас вычисляли в рамках определенной идеальной системы. Этой идеальной системы в мире не существует, но при этом вот мы можем сделать все таким образом, чтобы компьютер, как бы, знаете, попытался подражать вот этому самому нашему вычислению и давать нам какие-то определенные результаты. Также, например, и книга, ну, на самом-то деле она не содержит в себе вот всех там, скажем, тех или иных идей, которые в ней мы вычитываем. Эти идеи содержало там сознание того или иного человека, ее написавшего. Например, Томаса Рида. Например, Томас Рид. Например, Томас Рид, соответственно. Томас Рид. Он ее написал. У него были эти самые идеи. Если эта книжка будет просто стоять там, не знаю, на полке, это обычный кирпич, в котором никто не сможет вычитать никакие идеи. Если человек не умеет читать, он не сможет эти идеи понять. В общем-то, если человек не умеет... Не может быть декодирующей системой вот для вот этого вот содержания всего. Ну, в ней текста нет, в общем-то, получается, понимаете? Если нет, если у нас есть код и нет существа, которое может его декодировать, код нихуя не значит в данном случае. То же самое с текстом, то же самое с компьютером. Понимаете, в чем дело? Опять же, книга косвенным образом пытается вызвать у нас определенные логические операции, определенные, в общем-то, образы, определенные мотивы. И как только она у нас вызвала, она достигла своей цели, и все. То же самое с компьютером. То, что мы вычисляем, это одно дело, а то, что он вычисляет, совершенно другое. Он вычисляет по другим принципам. И мы, возможно, можем подойти к этим вычислениям как к определенным симуляциям, но функции не одни и те же, даже вроде бы в зоне вычислений. Это абстракция. Сравнивать то, что мы вычисляем, и то, что вычисляет компьютер, и ставить между этими двумя сущностями знак равенства, на мой взгляд, это тотальное абстрагирование от сущности вот двух абсолютно разных явлений. Это то же самое, что говорит, что то, что у меня в голове находится, и то, что находится в книге, одно и то же. Но это не так. Ну, вот. Так-с. Продолжаем вещать непосредственно. Продолжаем вещать. По-моему... Вот. Вот он вводит два термина. Сильный и слабый искусственный интеллект. Слабый – всего лишь полезный инструмент человека, а сильный должен не просто решать интеллектуальные задачи, но и обладать сознанием в человеческом понимании. И вот по поводу сознания философия рассуждала в течение всей своей истории. Платон под понятием «душа» подразумевал именно сознание в его метафизическом смысле. Христианские богословы утверждали, что душа – это неповторимое творение Бога. Рене Декарт вводит понятие когито, которое в некотором смысле и есть. Ну, а маргиналу достаточно, в общем, первого определения непосредственно. Он согласен мириться с теми абстракциями, которые были обозначены. Вот и все, ну окей. Это метафизическое сознание, которое человек объединяет в себе вместе с физическим телом. Готфрид Лейбниц в одной из своих работ описал мысленный эксперимент, в котором просит попытаться представить душу человека в виде механического объекта – мельницы. Если человек зайдет внутрь этой мельницы и начнет перечислять все детали, из которых состоит этот механический объект,
то среди них он в итоге не сможет найти саму душу. Спрашивают: Александр, можешь ли ты объяснить, почему марксизм — это идеалистическое учение, да и не особо идеалистическое, оно смешанное? То есть там находится место как и для материалистических элементов, хотя они наиболее, как бы, знаете, смазаны. То есть ни один марксист не, значит, не скажет вам, что такое конкретно, блядь, материя. Потому что, блядь, в определении марксизма материя — это абстрактное, блядь, понятие, которое не имеет никакого отношения к наблюдаемой реальности, ну... Сорян, то есть в марксизме материя — это теория в чистом виде, и непонятно даже, какая это самая материя, какая она должна быть. Это там атомы, которые имеют, не знаю, геометрическую форму, это числа или что-то другое, там огонь, вода, земля, воздух, да, вот ранние материалисты так рассуждали, наивные. А что нам делают там марксисты? Они говорят: а мы пока не знаем, какая материя, но она точно есть, как бы, вот. Очень интересно, очень замечательно, но... Основная движущая сила марксизма — это разные элементы и системы, которые взяты из идеализма, соответственно. Например, диалектика. Диалектическая система — это пример чисто идеалистического такого метода, который, ну, так или иначе перетек в эту самую, этот самый материализм марксистский, и получилась такая смесь вроде бы условного материализма и вроде бы условного идеализма. Ну, то есть марксизм, он как-то, знаете, у нас был, допустим, материализм, его отрицает идеализм, и потом как бы появляется диалектический материализм, который вроде бы содержит в себе свойства как первого, так и второго. Вот вы можете это так диалектически попробовать понять. Вот. Что доказывает... Но у марксистов жопа порвется, если они это услышат. По мнению Лейбница, давайте не будем за диалектику. Невозможность искусственного создания души. Но, как уже упоминалось, в середине 20 века вопрос о сознании пришлось поставить заново. В 1950 году знаменитый ученый Алан Тьюринг публикует в философском журнале статью, в котором ставит вопрос, актуальный по сей день. Может ли машина совершать действия, неотличимые от осознанных? Именно тот самый тест Тьюринга должен ответить на поставленный вопрос. Во время теста... Может. Все. Это ничего... Может, и это ничего не значит. То есть, да. Испытуемый должен вести анонимную переписку с несколькими собеседниками, один из которых — робот. По итогам переписки испытуемому нужно указать, кто из собеседников — настоящая личность. Если робот заставляет человека регулярно ошибаться, значит, перед нами осознанный искусственный интеллект. Но уже знакомый нам философ Джон Сёрл критикует тест и остаёт... Нет, тест-то плохой, на самом деле. Ну, то есть, во-первых, критерий крайне субъективный, а во-вторых, он ничего не значит. А в-третьих, как бы, ну, не может определить и не может. Это просто вопрос практики. Когда мы достигнем того уровня, когда непосредственно будет возможен обман? Ну, то есть, когда мы сможем обмануть человека, собственно. Когда мы достигнем того уровня, когда наши, в общем-то, алгоритмы смогут обманывать человека довольно-таки достоверно. Гентик Флотсон спрашивает, а все ли люди пройдут тест Тьюринга? Да, действительно. А все ли они пройдут тест Тьюринга, непонятно. Убежденным в том, что сознание неповторимо. В 1980 году в одной из своих работ он предлагает провести мысленный эксперимент под названием «Китайская комната». Представим себе человека в коробке, абсолютно не знающего китайского языка. Йоу, к этой коробке подходит китаец и бросает в нее иероглиф в надежде получить ответ. Человек в коробке открывает книгу, в которой есть все исчерпывающие инструкции, какими иероглифами отвечать на другие иероглифы. Таким образом, следуя инструкциям, он будет давать адекватные и понятные ответы китайцу, при этом не понимая смысла своих ответов. Да? Джон Сёрл сравнивает положение человека в китайской комнате с алгоритмами компьютера, как бы доказывая на... Только алгоритмы компьютера — это не человек. Пишет Streamlabs или OBS. OBS. Там, что искусственный интеллект не может осознавать своих действий ровно так же, как не может осознавать их человек в коробке. Несмотря на различные опровержения, американский философ Дэниел Деннет глубоко убежден.
создать из... Пахом, короче, вылез. Курлык, бля. Ладно, ты вопрос про разбор ИИ проигнорировал. А что? Что, был вопрос про разбор ИИ? Так, сейчас. Он был задан платно, перестань. Так связано. Правильно понимаешь, что маргинал теперь кому не задан? Это ваш вопрос. А ты можешь дать определение ИИ? Не могу дать. Да, не могу дать. Ладно, вопрос про ИИ проигнорировал. А что скажешь про определение ИИ как объект самосознанием? Ну, тогда ИИ проигрывает. У ИИ не может быть самосознания. Все. До свидания. Другой вопрос. Следующий вопрос. А может ли у человека быть самосознание? Вот сюда можно бить, соответственно, сюда можно бить. У компьютера точно самосознание быть не может. Ну как не может? Я могу своему компьютеру, например, вбить. Я сам осознаю себя. Меня зовут компьютер Вася, я там, не знаю, целый день курю травку, а потом там, не знаю, возвращаюсь и бью свою жену кулаками. Вот у меня самосознание вот такое вот, да? И это я ему впечатаю, и он будет это там себе повторять, может быть, даже с помощью программы «Балаболка», каждый день, 24 часа в сутки, вот эту хуйню будет он говорить. Но это не значит, что у него будет самосознание, соответственно. Вот. У компьютера, у ИИ, по крайней мере, на данный момент точно не может быть никакого самосознания и вряд ли когда-либо появится, раз. Другой вопрос, есть ли оно у человека, и здесь мы тоже можем немножко как бы поинтересоваться данным вопросом. Просто если у человека есть самосознание, если у человека есть самосознание. У компьютера ее, к сожалению, быть не может. Но, с другой стороны, надо доказать, что у человека оно тоже есть. Вот все. И здесь уже будет много трудностей именно философских. Я думаю, мы никогда не разрешим этот вопрос на истинном уровне. Искусственный интеллект возможен. По его мнению, человек слишком идеализирует сознание. И не стоит относить его к области метафизического. На самом деле то, что мы называем сознанием, не что иное, как продукт человеческой эволюции, который просто является легкой для нас формой описания окружающего мира. Деннет основывает эту позицию на своей теории об интенциональной установке. Интенциональность — это свойство сознания быть направленным на что-либо. Философ приводит простой пример на шахматной игре с компьютером. Во время игры у нас стоит задача выиграть. Когда наступает наш ход, мы пытаемся просчитать следующих... Компьютер — идеальная система. То есть она не связана с реальными объектами по большей части. Шахматы — это тоже идеальность. Но шахмат — реально идеальная система. Она с реальностью не связана почти никак. Чисто символы. Символы, которые имеют определенные правила движения, очень простые. Ну да ладно. Ходы. Аналогия с шахматами просто обычно ничего не значит. Если мы пытаемся как-то что-то вот сделать, ну... И противника. Чтобы это сделать в случае с компьютером, у нас есть несколько вариантов. К примеру, вычислить ход на уровне устройства и строения шахматного компьютера, используя ученых со всего мира и обладая бесконечным запасом времени. Но в условиях реальной игры и недостатка времени мы, конечно, будем действовать, приписывая компьютеру интенциональность, а именно желание, опасения и надежды. Как мы обычно делаем и в жизни, общаясь с себе подобными. Мы контактируем, орудуя категориями желаний, опасений и надежд. Нет, я так не контактирую, ну да ладно. Так почему же тогда, если мы волей-неволей как бы одушевляем компьютер во время шахматной игры, у нас есть вера в существование некоего особого сознания, которое якобы присуще только человеку? Ну тут проблема заключается в том, что Деннет нихуя не разбирается в концепции дизайна, там, не знаю... дизайн Хайдеггера, непосредственно не разбирается с позициями бытия, я непосредственно, все это ему как бы похуй, и он просто пытается создать, условно говоря, стертую такую вот модель мира, в которой как бы все работает механистически, так скажем, физиологически даже лучше, наверное, сказать. Но знаете, в чем проблема? На самом деле проблема не в том, что мы... Короче, давайте проще. Телефон не чувствует, что он существует. Телефону поебать.
Телефон ничего не видит. Я вижу, я осознаю, что я это вижу, я чувствую свое присутствие здесь. И объяснить это свойство довольно трудно, даже с помощью биологии. Особенно с помощью биологии, кстати, трудно объяснить. Компьютер тоже так не может. Компьютер не существо, не чувствует, что он существует. Да не, почти, можно быть практически уверенными, что не чувствует. Если мы не допускаем гелозоизм. То есть, но если мы допускаем гелозоизм, то даже тогда стол чувствует, что он существует. Вообще все чувствует, что оно существует, без исключения. То есть все является одушевленным, да? Но если мы берем механистическую концепцию мира, условно говоря, там, не знаю, биологическую более-менее, то и научную. То есть он не чувствует, и он не чувствует, никто не чувствует. Каким образом мы сможем создать непосредственно такой же компьютер, который будет обладать свойством этого самого бытия по Хайдеггеру, там, не знаю, чувств, реального ощущения собственного «я», непосредственно непонятно. Дмитрий Смирнов пишет: датчики прикрутить разные, и что, не почувствует? Нет, не почувствует. Вы восприятие неправильно. Ну, то есть вы сейчас восприятие пытаетесь в самом банальном виде раскрутить. Проблема не в том, что почувствует или не почувствует. Здесь почувствует в том плане, что имеется некое бытие у человека. У вас конкретно вы почему-то присутствуете. Вы почему-то смотрите именно из своих глаз, и вы осознаете это сами, что это ваши глаза. Вы смотрите на мир, вот так вот смотрите. Вот-вот-вот ваша рука передо мной, какая-то рука здесь хуярит. Я не просто реагирую на какие-то ситуации, я это еще и осознаю, я с этим работаю. Скорее всего, многие животные тоже имеют вот такое же приблизительное устройство и с этим работают. Это не про душу, это про бытие. Это про то, что вы непосредственно, ну, это то, что вам непосредственно дано, ваше, так скажем, условно говоря, сознание, можно сказать. Проблема сознания потому и является довольно трудной, что если мы, блядь, к ебучему компьютеру прикрутим ебаные датчики какие-то, у него от этого сознание не появится вообще. И от того, что мы накрутим ему алгоритмы, все сложнее, 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 от этого сознание у него тоже вообще, блядь, не появится. Потому что одной из базовых характеристик сознания является вот это самое бытие, наличие ваше. То, что вы ощущаете, это, блядь, самое наличие. Вот. Вот то, что вы являетесь собой и смотрите на меня. А у компьютера почему бытия быть не может? Бытия в хайдеггерском, в экзистенциальном смысле у него быть не может. Ну, по крайней мере, наверняка можно сказать пока. Пока речь идет об очень простых вещах. Ну, например, компьютер сейчас ничего мне сказать не может, ничего не чувствует. Мы можем его запрограммировать как угодно и брать вообще абсолютно любые ходы. У компьютера не будет большой такой степени спонтанности, если мы ему не разрешим это сделать. Компьютер абсолютно зависим, на самом деле. Компьютер ничтожен во всех смыслах. И даже если ему прикрутить, не знаю, какие-то органы восприятия, они у него есть. Например, вот микрофон – это орган восприятия. Да? Камера, условно говоря, это органом восприятия. Но при этом бытия у него нет. Шадов, расскажи, пожалуйста, об отличии аналитических и синтетических суждений. Аналитическое суждение. Вот у нас что-то целое. Давайте разбирать, блядь, это на части. Синтетическое суждение. Вот у нас есть части. Давайте, блядь, соберем их в целое. Давайте прибавим к нашему знанию еще что-нибудь. Еще что-нибудь. Индуктивное суждение синтетическое. Еще что-нибудь, блядь, давайте найдем. Смотрите, еще там что-то. И еще что-то, смотрите, вот, синтетическое. Синтез происходит. Прибавляем к нашему знанию еще. Вот. Это если по-детски очень просто объяснить. Может быть, это все-таки просто иллюзия? Ну, видео довольно халявное. На этот раз видео довольно халявное у автора, к сожалению. Вот. Ол Диабло пишет: а что если компьютер будет самопроизвольно строить модели реальности на основе некоторых анализаторов? Это нихуя не значит. Ну, то есть, ну и что и будет. Я могу забить в компьютер рандомное количество, блядь, не знаю, алгоритмов каких-то, которые будут выдавать нам с помощью моей философской комбинаторики, условно говоря, которая будет работать по принципу математической комбинаторики, да, те или иные осмысленные суждения. Я, кстати, я уже вполне готов сказать, что я могу это сделать. От этого у него наличие не появится, бытия, но он будет просто создавать что-то.
Он просто будет создавать эти самые произвольные модели реальности. Но это не будет значить, что он реально живое, блядь, или разумное существо. Вот. По крайней мере, Old Diablo, мы можем с точки зрения биологии, если мы подходим к этой проблеме как биологи, как ученые, как люди, не допускающие какого-то сверхъестественного как бы фактора, да, мы можем попробовать это объяснить тем, что мозг настолько сложно устроен, он невероятно крайне сложен, и в нем происходит такое колоссальное количество операций, что у нас складывается вот это вот ощущение некого бытия, бытийности, присутствия и самости. И это вот этот уровень пока что, ну, недостижим для компьютера. Потому что компьютеры, даже без, ну, искусственные интеллекты на данный момент бессмысленно делать настолько сложными, настолько многофункциональными, настолько там, не знаю, необычайными, соответственно, чтобы они при этом еще и бытие свое ощущали. Это слишком круто, короче, не знаю, будут ли пытаться хотя бы такое делать или не будут, но зачем? Так почему он не сможет строить модели мира и не осознавать, получается, что он строит эти модели? Но ему нечем он сможет строить любые модели мира, но он не будет, блядь, осознавать, что это модели мира. Мы для компьютера служим декодирующей системой. Компьютер сам вообще по себе нихуя не делает. Он даже, блядь, числа не считает. Давайте я вам честно скажу. Компьютер не считает числа даже. Вы охуеете, может быть, но компьютер не считает числа, он просто не понимает, что это делает. Он не знает, что есть единицы, двойки, тройки, четверки, для него это все хуйня. Компьютер — это усложненная версия счетов. Давайте я вам счеты покажу, как выглядят счеты. Вот, счеты. Где они, где? Вот так вот выглядит счеты. Вот компьютер — это усложненная электронная версия вот этой вот хуйни, где вот перекидываются с одной стороны на другую какие-то вот условные такие вещи. Знаете, для чего эта штука нужна? Да не для чего, блядь, сама по себе это просто хуйня. В ней не содержится знание ни о чем. Она ничего не понимает, она ничего не делает. Пока мы не начинаем с ней работать. И компьютер также вычисляет для нас. Он сам не понимает, что он вычисляет. Когда мы работаем с абстракциями, с идеальными какими-то смыслами, идеями, компьютер этого не понимает. Даже если вы, блядь, какие-то высказывания засунете в компьютер, и он будет выдавать вам какой-то результат, представляете себе, он будет выдавать вам какой-то рандомный результат по тем или иным методикам. Он, блядь, не будет осознавать этого результата, потому что ему нечем, блядь, осознавать. Как ни странно. Так же, как и счетом. Нечем осознавать то, что они считают. Счеты они не осознают числа, им это даже не нужно. Мы их осознаем. Old Diablo пишет, мозг же на определенном уровне не понимает, что считает. Мы создали числа вообще-то. Давайте я вам напомню, Old Diablo, что мы создали числа. Мы создали систему вычисления непосредственно. Ее в мире нет. Ее нет в мире. Единиц, двоек, троек, четверок, пятерок, шестерок, десяток, миллионов, миллиардов в мире нет. Это мы все выдумали. Мы выдумали эту описательную систему из головы. Понимаете, в чем еще одна колоссальная разница-то вообще? Просто в чем бездна вообще заключается между человеком и машиной? Человек может, во-первых, не просто декодировать такую систему и понимать ее, и относиться к ней, он может ее создать. А некоторые считают, что мы их открыли. Не, ну это, блядь, идеалисты, как бы. То есть, Old Diablo, если речь идет о том, что кто-то открыл числа, значит, что они имеют реальное существование в мире. Из этого следует, что человек, который так считает, он идеалист, соответственно. У чисел не может быть другого бытия, кроме идеального. Если мы их открыли, ну, значит, блядь, человек просто, что он идеалист. Андрей пишет, он может осознавать на своем уровне. Да у него, блядь, нет никакого уровня осознания, понимаете, в чем дело? У него, у компьютера, вот сейчас, по крайней мере, у моего компьютера нет, блядь, никакого уровня осознания. Это просто тупой, блядь, пластмассовый предмет, внутри которого находятся определенные элементы, которые между собой друг с другом связаны и представляют собой, ну, то же самое, что книга, счеты, определенный прибор, который позволяет нам что-то декодировать и с этим работать. Те вычисления, которые производит компьютер, они несоизмеримы с теми вычислениями, которые произвожу я. Потому что я, в отличие от компьютера, имею право, могу
мог себе позволить попытаться понять саму концепцию чисел, например. Компьютер не понимает концепцию чисел. Компьютер просто вроде бы работает вроде бы на базе этой самой концепции, да? Но он ее не понимает. Она в нем заложена с помощью технических разных образцов, как в счетах. Вот в счетах тоже, видите, концепция чисел заложена с помощью определенных образцов. Мы перекидываем вот эти вот штучки и считаем, 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 считаем. Вот и все. Диабло пишет, за числами может что-то стоять в реальном мире, если откинуть мир идей и прочую идеалистическую тему, нет. Ну, то есть, числа это идеи. Проще говоря, вот подумайте, почему вообще концепция чисел в чистом виде развивалась только в идеалистических течениях, типа пифагоризма, платонизма и так далее, так далее, так далее. Вот. Ну, то есть, очень важно понимать, что все формы тотальной разработки математики — это идеализмы почти всегда. И окей. Тут выбор становится такой. Либо математика — инструмент и язык, которым мы орудуем, но при этом математики нет, мы ее выдумали из головы по большей части, соответственно, да, и мы ее просто применяем, потому что у нас больше других методов как бы нет, которые позволяют нам ту или иную пользу вычислить, да, вот, и тогда мы материалистами можем быть в этом смысле, не идеалистами, а людьми, у которых более-менее такое вот не идеалистическое отношение к математике, но математикой мы пользуемся. Либо идеалистическое отношение к математике со всеми вытекающими, числа где-то существуют и так далее, и так далее, и так далее. А интуиционизм в математике и философии, и что с ним? Ну вот. Такс. Соответственно, здесь мы, по-моему, разобрались. И относительно концепции сознания, ну, тоже все довольно сложно. Тоже довольно сложно и неоднозначно. По большей части. Потому что сознание, в отличие от чисел, в отличие от всего, что вообще там происходит в эмпирическом мире, это реально изначальная данность. То есть сомневаться в сознании значительно сложнее, чем во всем остальном. Но есть люди, которым похуй на сознание, они даже думают, что сознания нет. Это уже другой вопрос, да, соответственно. Ну и с другой стороны, мы сталкиваемся со многими сложностями исследования этого самого сознания, потому что его природа изначально непонятна. Шадов, а ты умеешь счетами пользоваться? Ну а что уметь-то там? Берем и пользуемся. Сейчас я пойду, короче, еду себе принесу. Ребят, заказывайте видео, пожалуйста. У нас материалов сегодня нет. Мы очень сегодня бедный стрим почему-то.